The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Всем доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Так, давайте, прежде чем мы начнем, сейчас я посмотрю, что у нас с всеми системами, которые показывают нам, все ли у нас в порядке, и подключаются ли пользователи. Да, подключаются. Ох, у нас много Александров как. Доброе утро. Мы вас приветствуем из импровизированной студии компании 1С Bittrex. Меня зовут Сергей Кулешов, со мной рядом Антон Грес. И мы сегодня о конверсии сайтов будем говорить. Вебинар у нас посвящен именно этому. И прежде чем мы начнем различные тесты, прежде чем мы начнем говорить о теме, мы проведем несколько тестов. Во-первых, информация о том, куда задавать нам вопросы. Но я смотрю, у некоторых уже это получилось. Да, есть закладочка такая, не закладочка, а знак вопроса у вас в интерфейсе, туда можно нажать и, собственно, задавать нам вопрос. Мы эти все вопросы видим и будем отвечать по мере возможности. Постараемся ответить, конечно, на максимум вопросов, так что смело задавайте, если вам что-то непонятно, есть какие-то уточнения и дополнения. Значит, если вдруг сейчас для тех, кто нас не видит информация. Для тех, кто нас видит и слышит, дайте нам обратную связь через, собственно, эти вопросики. Поставьте плюсик, нажмите ОК, можете написать «Доброе утро». В общем, все, что будет угодно, для того, чтобы мы поняли, что у нас действительно все в порядке с трансляцией, хотя наша система показывает, что у нас все хорошо. Так, и если вдруг какая-то, по какой-то причине нет звука, нет картинки, все медленно тормозит, неприятно и так далее, то один из самых действенных способов починить – это обновить страничку браузера. Пошли плюсики. Да, я вижу. Переподключиться к вебинару, и, скорее всего, это поможет. В противном случае, вероятно, что какая-то проблема со звуком на вашем компьютере, то есть там свои аудиоустройства тоже имеет смысл проверить, убедиться, что все в порядке, что браузер умеет воспроизводить у вас звуки, и все хорошо. И последний организационный вопрос. Запись у нас будет вебинара, она уже ведется. И сразу после того, как мы закончим, я надеюсь, что конвертация не займет много времени, в течение дня мы запись выложим. Она будет доступна на нашем канале в YouTube, она будет разослана вам по электронной почте, на которую вы регистрировались, да, мы обязательно отправим ссылочку. Ну и на нашем сайте, где размещен анонс вебинара, где вы регистрировались, также будет выложена видеозапись. Так что, если вдруг захочется пересмотреть или что-то не получится досмотреть до конца, не переживайте, видеозапись вебинара будет. Итак, сегодня у нас с вами тема конверсия. И еще раз представимся. Значит, меня зовут Сергей Кулешов, замдиректор 1С Bittrex, со мной рядом Антон Грес, генеральный директор компании GTEC. И он сегодня будет мне помогать с ведущим вебинара. Будем вместе, да, рассказывать. Да, экспертные точки зрения, как опытный человек по производству сайтов, соответственно, будет нам сегодня экспертную оценку и экспертное мнение высказывать и помогать отвечать на вопросы. О чем мы говорим? Мы будем говорить о конверсии. Да? Почему мы говорим о конверсии? Потому что это, пожалуй, ключевая
штука, ключевой показатель интернет-магазина, сайта, да и в общем бизнеса в условиях конкуренции. Да, и возможность лучше конвертировать, дает вам возможность больше зарабатывать. То есть от того, сколько ваш магазин, сколько ваш сайт сможет сконвертировать потенциальных покупателей, посетителей сайта в реальных покупателей, будет зависеть то, насколько успешен ваш бизнес. Если говорить о конверсии как о, ну, как бы, как, что это такое, как она высчитывается, делать это очень просто. Для тех, кто не очень понимает, вот простое объяснение на пальцах. 1000 посетителей, 10 заказов – это конверсия в 1%. Ну, в данном случае конверсии бывают тоже разных характеров. Да, есть конверсия в заказы, есть конверсия в оплаты, есть конверсия в том числе в возвращение на сайт. Конверсий может быть много, но ключевая для интернет-магазина, в частности, конверсия – это конверсия в завершенный заказ. Вот. Соответственно, чем выше конверсия, тем больше заказов, да, мы получаем. Я добавлю, да, что конверсию на самом деле как раз нужно считать. Вот ты сказал, что конверсия в разные есть вещи. Конверсию нужно считать во все вот эти этапы. То есть человек пришел, человек попал ли на ту страницу, куда вы хотели, сделал ли то он действие, которое вы хотели, добавил ли он в корзину, в итоге оформил ли он заказ и в итоге оплатил ли он заказ. То есть конверсию каждого этапа нужно считать, чтобы понять, что в целом-то все хорошо, у вас люди приходят, им нравится, например, ваш магазин, они понимают вашу карточку, но, например, именно на каком-то конкретном шаге они отваливаются, потому что у них что-то не получается. Да, как вчера я, например, не смог оформить страховку на машину. На электронную. Да, потому что не смог добавить второго водителя. Да, мне кажется, что с электронными полисами, как бы это странно ни звучало, но там специально занижают конверсию. Не знаю зачем. Не, по телефону, главное, мне все помогли, объяснили, а на сайте не смог. Ну, когда я старался. Когда тебе начинают объяснять по телефону, как на сайте что-то сделать, это уже проблема большая. Да. Надеюсь, вам не приходится делать такие вещи. Угу. В каких инструментах конверсии мы можем говорить сегодня в рамках платформы 1С Bittrex? Их на самом деле довольно-таки внушительный набор, и этот набор мы стараемся постоянно увеличивать. Да, мы сегодня поговорим о некоторых из них, некоторые покажем, надеюсь, поотвечаем на вопрос о том, как ими пользоваться, как это все настраивать и так далее, вы нам позадаете. Вот. И, собственно, что это такое? Один из самых, наверное, популярных инструментов, по крайней мере, так показывает наша аналитика внутри платформы, и один из самых популярных инструментов повышения конверсии – это товарный маркетинг. Да, то есть различная игра со скидками, предложение акций и так далее – это действительно неплохо влияет на конверсию. И, пожалуй, это один из самых простых и, наверное, доступных инструментов, которые очень просты для любого практически предпринимателя, да, кажется, что это там самая такая очевидная история, хочешь больше продать, дай немножко скидки. Но на самом деле это не ключевой инструмент, то есть можно использовать и другие, и важно, что на самом деле нету какого-то одного инструмента, который бы сразу стал волшебной кнопкой и сказал, что все, я вот сейчас вот это сделаю, и у меня конверсия попрет, и продажи попрут, и так далее. Нет, это комплексная работа, и я бы рекомендовал смотреть на все инструменты, которые вам доступны, и с ними, собственно говоря, со всеми работать. Только это даст большой, так сказать, кумулятивный эффект от ваших действий. Ну да, каждому клиенту обычно нужно, возможно, что-то свое, потому что кого-то заинтересует скидка, кого-то заинтересует более интересное там предложение, более интересное. Для кого-то важен текст описания, кому-то нужно на видео посмотреть, кто-то больше реагирует на цвет кнопок, которые у вас на сайте размещены. Да. Или доверие к магазину вызывается теми текстами, которые написаны в компании и так далее. Тоже. Для того, чтобы... Тут на самом деле я вот думаю, что мы закончим со слайдами и пойдем в интерфейс платформы. Вот, наверное, последний слайд, который хочу обратить внимание, то, что в платформе у меня в тестовой версии он не очень красивый. Это инструмент измерения конверсии, который естественным образом встроен в интернет-магазин на Bittrex.
И он показывает динамику изменения конверсии, да, по различным каналам. Зачем это нужно? Это, собственно, ваш ключевой показатель, на который вам нужно ориентироваться в процессе улучшения своего сайта, в процессе работы и развития. И важно, чтобы смотреть на это именно в динамике, да? То есть вы будете видеть, как те или иные изменения, которые вы совершили, повлияли на конверсию в том или ином моменте, в том или ином канале привлечения покупателей. Сейчас я это выключу и посмотрим на эту историю с точки зрения платформы. У меня стандартный совершенно интернет-магазин, установленный на хостинге, и он доступен даже вам. Если вы зайдете и сделаете несколько заказов, будет здорово, они нам, возможно, помогут и повлияют на конверсию в режиме реального времени. Адрес вы видите, bitrixteryshop.ru, можно смело заходить, регистрироваться, делать заказы. Единственная просьба — не оставлять свои персональные данные, потому что они становятся в прямом эфире доступны всем нашим слушателям, ну или имейте это в виду. Обычно там используют какие-нибудь вымышленные данные, чтобы Ну да. тестовые заказы создавать. Итак, что мы видим с точки зрения конверсии в платформе? У нас есть вот такая сводная страничка конверсии, которая показывает конверсию по интернет-магазину. Видите, она у меня даже целый 1%. Она показывается в динамике на каждый, собственно, на каждое число, на каждое там мы можем это все увидеть и всячески масштабировать и видеть поближе и подальше этот график. Можем определять период, за который, собственно говоря, просматривать эти данные. И дальше мы можем смотреть на эти данные в нескольких разрезах. Разрез первый — это, собственно, устройство, с которого заходили. Разрез второй — это источники, с которых заходили. Ну, наверное, один из самых интересных разрезов — это разрез источников. И мы таким образом видим, откуда и какой трафик, какую конверсию нам приносит. Детали вот, собственно, в этом блоке. Мы видим, сколько всего у нас заказов, на какую сумму. Мы видим, собственно, вот эту воронку, да, конверсии, конверсия добавленных в корзину, конверсия оформленных заказов и конверсия оплаченных заказов. Собственно, эти данные здесь есть и в деньгах, и в процентах, и в количестве. Это вам, собственно, показывает, какова реальная ситуация. Здесь можно также, собственно, подправить фильтр для того, чтобы показывать только какие-то одни заказы. И, собственно, несколько каналов, по которым может приходить ваши покупатели. Это почтовые рассылки, это контекстная реклама, это органический трафик, то есть когда приходят к вам напрямую на сайт, и какие-то прочие каналы, которые не определили системы, вернее, не входят в эти три. Это прямые Собственно, заходы могут быть, да, тут допустим. могут быть прямые заходы. Соответственно, как видите, у меня большая часть, поскольку остальные инструменты не использую, у меня это прямые заходы. Они здесь показываются. Я могу раскрыть каждый из этих блоков, собственно, Попробуй поподробнее. обновить страницу, попробуй. Обновить. Ты уже там сделал что-то, какой-то заказ. Так. Да. Пока нету заказа. А, ну, возможно, изменилось количество оформленных. Ну Ты да. же оформлял, а не оплатил. Ну да, я плачу. Да, надо оплату проставить. Да, Ну, вот не первый же плачу. вопрос, как настроить, если у меня там ноль. Это конверсия по умолчанию работы с интернет-магазином. Если у вас интернет-магазин и построен он на стандартных компонентах, то здесь не может быть ноль. Либо что-то не так. А, собственно, не так здесь не должно быть, если... Так, сейчас. Как ее Да, настроить? У да. меня там ноль. Нет, обычно. Нет, здесь никаких Ну, настроек не ничего у нас по требуется. ID Да, не система будет. сама считает, если это интернет-магазин, и если он, ну, использует стандартные компоненты, стандартную историю. Если вдруг что-то нестандартное, и у вас есть подозрение, что из-за этого вы не видите здесь конверсию, то к разработчику вашего интернет-магазина нужно обратиться. По этому модулю есть в том числе документация, в которой можно посмотреть, какие должны передаваться данные в платформу, чтобы она считалась от Возможно, конверсии. выключены какие-то модули, я так понимаю, вероятно, веб-аналитика модуль Веб-аналитика не нужна. не нужна, Нет, не нет. нужна она, да. Следующий инструмент, который, на мой взгляд, важен, он тоже аналитического характера. Это инструмент, так называемый бизнес-модель. Зачем он нужен?
Он нужен за тем, чтобы для себя сделать некие выводы о том, куда потратить свой ресурс. Да, то есть у нас ресурсы есть, они обычно ограничены. И ограничены они обычно ну, либо временем, либо деньгами. Да, и нужно всегда выбирать, куда потратить время и усилия, в том числе там, специалистов или подрядчиков, которые занимаются развитием сайта, или куда потратить и как потратить, и сколько потратить деньги, имеет ли это смысл. Как работает эта модель? Она использует, опять же, данные интернет-торговли, которые есть в магазине, и, собственно, пытается рассчитать за счет очень простых формул, пытается рассчитать условные показатели. Почему условные? Ну, потому что мы не можем здесь реально оценивать ваши расходы и так далее. Но в целом модель позволяет понять, что делать дальше. Ну вот, если мы с вами переключим ее в режим прогнозирования и укажем какой-то рекламный бюджет. Ну, давайте что-нибудь поменьше. 50 тысяч рублей. Выберем, сколько стоит у нас средняя стоимость за переход. Да, это все наши, собственно, рекламные системы умеют показывать эти данные. Здесь мы видим нашу текущую конверсию, она здесь, собственно, стоит проставлена, и мы можем посмотреть средний чек, который сейчас тоже взялся из данных интернет-торговли. Все остальные данные посчитались, у нас могут быть какие-то прочие расходы, ну, не знаю, там, что мы еще на сайт можем потратить. Еще можем потратить 50 тысяч рублей на то, чтобы заплатить контент-менеджеру и хостинг оплатить и так далее. Да, то есть то, что там минимально необходимо. То, что не посчитаешь автоматически. И средняя наценка на товарах. То есть мы тоже можем определить. Это, опять же, средние показатели. Давайте возьмем побольше, чтобы было, так сказать, посущественнее. Тут вопрос, если конверсия будет приходить из 1С, оплата будет приходить из 1С, да, правильно да, будет рассчитываться? Я отвечаю. Конечно, правильно. Неважно, как приходит оплата, система считает главное, отгруженный и отмеченный по оплате главное, заказ. Чтобы по всем заказам, которые были оформлены, чтобы проставлен был флаг оплаты, то есть там есть статус, а есть флаг отгружен, не отгружен, оплачен, не оплачен. Если это проставлено, то, соответственно, конверсия видит, считает. Ну, вот что у нас получается. У нас получилась такая моделька, в которой вроде как довольно неплохие цифры дохода при текущей конверсии, текущем среднем чеке. Но вот здесь стоимость за переход сомнительная. Если она начнет расти, увеличиваться, да, то мы начинаем там резко уменьшать ну, потенциальную выгоду, да, потенциальный доход интернет-магазина. Потому что каждый покупатель становится дороже. И в этой ситуации можно идти двумя путями. Либо увеличивать рекламный бюджет, да, то есть мы можем добавить сюда денег, но, как мы видим, что в этой ситуации мы все равно не возвращаемся к тем показателям, которые были при предыдущей стоимости привлечения клиента. А вообще практика показывает, что эта стоимость, она, ну, постепенно растет, да, появляются конкуренты, начинают платить больше, аукционные системы приводит к тому, что цена за переход растет, и мы, собственно, так и видим, как здесь увеличивается цена, а здесь она уменьшается. В этой ситуации нам нужно выбрать, а на что потратить, собственно, ресурс? На увеличение здесь рекламного бюджета с не такой эффективностью или на то, чтобы работать вот над этими двумя цифрами? Потому что изменение вот этих цифр, там, допустим, на 0,5% уже существенно увеличивает, ну, соответственно, доход и условную прибыль. Увеличение здесь среднего чека, вот я сейчас до 8 тысяч подниму, тоже заметно увеличивает. Соответственно, вы для себя можете в этот момент, поигравшись с этими цифрами, ну, то есть средняя хорошая конверсия, ну, грубо говоря, 2%, да, и мы уже очень близки к тому, чтобы получить изначальные цифры, которые были при цене перехода. С учетом того, что цена перехода, да, выросла. Цена перехода растет, а стоимость привлечения, да, в этом случае естественным образом падает. Вы здесь видите рассчитанную стоимость привлечения, то есть стоимость одного заказа для нас вот в такой модели 1000 рублей. То есть за каждый оформленный заказ мы платим 1000 рублей. Таким образом, экспериментируя вот здесь в рамках этой модели с цифрами, можно для себя поставить какую-то цель. Цель в конверсии, цель в среднем чеке. И дальше, возвращая систему в режим не прогноза, а реальных данных, да, собственно, крутить, вернее, следить за тем, что происходит с вашим интернет-магазином.
В данном случае у меня конверсия довольно низкая, но, видимо, ко мне люди не очень заходят и не покупают мои тестовые товары. Вот она, кстати, подросла. 1,3 было, сейчас 1,8. Да, 1,08. Кто-то сделал заказ. Собственно, вот два аналитических инструмента, с которых нужно начать, которые нужно изучить для себя, понять, как, собственно говоря, работать с своим интернет-магазином и какой результат приносят ваши усилия. Ну, а, собственно, об усилиях мы будем говорить дальше. И это, наверное, самое важное и интересное. Ну вот, кстати, да, насчет прогноза, как раз, когда мы видим, что конкуренция выросла, да, и мы понимаем, что увеличить прибыль магазина можно только за счет, например, среднего чека, мы понимаем, что, значит, нам нужно сделать усилия, чтобы как раз этот средний чек увеличить. Да, а для этого есть уже инструмент. Нужна работа, не связанная там, с увеличением бюджета рекламы, это как раз уже нужно посмотреть свою карточку. Да, понять, как нам продавать больше, да, добавить какие-то аксессуары, но это мы дальше уже поговорим. Да, мы сейчас об этом обо всем поговорим. Поэтому банально вливать деньги в рекламу иногда может быть совсем неэффективно. Эффективнее поработать над внутренними факторами магазина. Смертельно. Или вообще смертельно. Да, совершенно просто верно. Слить весь бюджет. Итак, что мы можем сделать дальше? Дальше нам нужно понять, а собственно, как нам увеличить конверсию интернет-магазина. И, как я говорил, первый и самый популярный инструмент, наверное, в первую очередь за счет его простоты с точки зрения организации, да, с точки зрения компании вообще, что, ну, проще всего дать скидку. Да. Ты знаешь свою маржу, ты знаешь, что ты можешь себе позволить по тем или иным категориям товара, и, собственно, дать скидку, это уже срабатывает. Это действительно срабатывает, конверсия растет, и, в общем, даже если эта скидка не очень большая, это уже некий инфоповод для того, чтобы поработать со своей базой, для того, чтобы обратить внимание покупателя, который прилетел к вам с поисковой системы, о том, что вот здесь можно купить выгоднее. Это действительно работает. Ну, давайте посмотрим, какие скидки вообще возможны. У нас есть раздел, он называется «Товарный маркетинг» в административной части, в разделе «Маркетинг». И здесь есть два типа правил, которые применяются для предоставления скидок внутри интернет-магазина. Первое – это скидки на товар, второе – это правила работы с корзиной. Чем они принципиально отличаются? Ну, давайте посмотрим. Скидка на товар. Скидка на товар – это скидка, определяющая свойства и характеристики, по которым применяется скидка на какой-то конкретный товар. Один, группу товаров на все товары и так далее. Если мы начнем создавать такую скидку, то, собственно, здесь все довольно просто и понятно. Нам нужно придумать ее название. Определить период активности, если это необходимо. Часто очень используются акции с каким-то временем, и мы вот на этой неделе сейчас сделаем акцию. Она будет действовать на этой неделе с Ну, вот такая скидка, понедельника. Кстати, удобна, если, например, есть разные типы партнеров или клиентов с разными статусами. И чтобы давать на весь свой каталог товаров сразу какую-то скидку определенной группе пользователей. Да, ну вот несколько дней скидки, скидка может быть в процентах, может быть, кстати, указана фиксированная сумма на товар, фиксированная сумма скидки или установление фиксированной цены товара. Есть три варианта, ну самый там понятный это в процентах, здесь мы можем указать величину этой скидки, допустим, мы сделаем скидку 10%, может быть ограничена верхняя планка скидки, то есть, грубо говоря, 10%, но не более, там, не знаю, давайте сделаем 1000 рублей, чтобы на слишком дорогие товары скидка не была слишком большой, ну и так далее. Дальше мы должны определить некий приоритет применимости. Зачем это нужно? Это нужно в тех случаях, когда у вас несколько скидок, и они будут каким-то образом суммироваться и складываться. Да? То есть скидки будут применяться последовательно. Вот чтобы определить последовательность, при которой применяются скидки, нужно определять вот этот приоритет. То есть скидка с меньшим здесь числом будет применяться первее, чем те, которые с большим числом. А также скидка может запретить применение дальнейших скидок. То есть если у вас эта скидка должна применяться только одна и не складываться с другими, тогда вы ставите эту галочку, ставите приоритет единичку, и это будет та скидка, которая первая применится и запретит применение всех остальных скидок дальше. Я не буду сейчас пока это запрещать, будем поставим попозже. Скидка будет применяться второй, у меня там есть еще одна.
И дальше нам нужно определить условия. То есть по каким условиям вообще скидка должна примениться на товар. Если мы не определим никакое условие, скидка применится ко всему каталогу. Соответственно, будет работать вообще для всего. Но это довольно редкий случай. Чаще всего нам нужно определить скидку для какой-то категории товаров, для каких-то конкретных товаров или для товаров с какими-то характеристиками. Это могут быть совершенно разные характеристики, начиная от простых там размеров, цветов, да, артикулов и так далее, заканчивая, в общем, конкретным указанием конкретных, не знаю, габаритов или каких-то других данных. Более того, если для вас важно применение скидки по отношению к какой-либо цене или какой-то стоимости, это тоже можно сделать через указание этих цен в... У нас есть даже поля, там максимальная, минимальная цена, или можно завести отдельное поле, которое будет обозначать для вас эту цену и дублировать туда эту информацию. Такие решения я видел на некоторых интернет-магазинах наших партнерских, у наших партнеров, просто использовать какое-то поле для проставления туда цены. Можно поставить зависимость скидки от количества товаров на складе, то есть его стало меньше какого-то или больше какого-то, пока можно давать скидку. Вес и так далее. То есть практически по всем свойствам вы можете с этим работать. Ну, давайте я попробую поставить на весь каталог. У нас есть весь каталог. Хотя, наверное, даже вот не весь каталог поставим, а поставим на один раздел каталога. Так, у нас есть каталог одежды, и мы можем выбрать какой-нибудь из разделов. Ну, давайте, пусть будут... Так, мне нужны платья. Вот так. Собственно, с этого момента скидка заработает. Но у нас есть еще несколько полей. Да, вообще этот конструктор позволяет строить сложные условия. То есть можно выбрать раздел платья и добавить какое-то условие, например, по размеру. У нас могут быть размеры одежды, просто для примера приведу, что для всех платьев размера 3XL, нет, у меня таких точно не будет, ну, пусть будут S-очки, будет применена эта скидка. Здесь стоит параметр I, это означает, что оба условия должны выполниться, чтобы скидка применилась к товару. Если поставить какой-то другой вариант, да, то, собственно, мы увидим. Собственно, для того, чтобы понять, что значит и или не и так далее, это обычная логика, да, но для упрощения вот здесь вот эти подписи, в общем, дают понимание о том, что это такое. Если мы поставим и не, значит, все условия не выполнены. Если мы поставим или, любое из условий выполнено, ну и так далее. В моем случае пусть будет и. Дальше у нас должны быть ограничения, то есть мы можем определить, кому применима скидка. И это бывает полезно, когда вы настраиваете скидку для, например, постоянных покупателей. То есть человек, который уже когда-то у вас покупал, он автоматически добавляется в группу зарегистрированные пользователи, например. Можно добавлять еще какие-то группы пользователей, создавать и туда добавлять своих покупателей. И таким образом вы выставляете скидку для тех, ограничиваете скидку только той группы пользователей, которую хотите, или нескольких пользователей. Вот я сейчас поставлю для всех пользователей, для того, чтобы даже вы увидели эту скидку на нашем магазине. Ну и, собственно, определение, к какому типу цены должна применяться скидка. У меня здесь их два, ну пусть будет к обоим. Следующий раздел – это купоны. Купоны нужны в тех случаях, если скидка применяется только по купону. Что такое купон? Это некий цифровой код, да, который вы можете распространять. Обычно это делается офлайн, ну или через электронную рассылку. И с этим купоном, вы, наверное, видели, в магазине, в корзине есть специальное поле для применения купона. Вот если покупатель туда его применит, соответственно, скидка применится. До этого момента он скидку не увидит. В нашем случае это не нужно, поэтому купоны мы не добавляем, и система будет считать, что скидка применяется без купонов. Собственно, дальше нам ничего не нужно. В данный момент скидка у нас готова, можем ее сохранить и посмотреть, получилось ли у нас что-то из этого. Да, сейчас посмотрю. Да, у нас должна была примениться скидка на платье.
Да. Сейчас посмотрим. Пока скидки не видать. А, вот у меня же На размеры эски S же. это только. Да, Да. тут, наверное, еще ни одной эски нет. Ну, ладно, давайте снимем это условие, чтобы скидка проявилась. На S-ку есть. Вот я смотрю. Да, вот я открываю S-ку. На Да, S-ку на есть S-ку есть. 10%. Угу. Ну, ты можешь, в принципе, Сейчас. на своем экране показать. Да-да, я сейчас открою. Что Я там вообще будет? снял по... И у меня на все платья, собственно, применилась скидка 10%, независимо от размеров. Также можем ограничивать цветами или еще как-то. То есть тут для нас нет каких-то ограничений выбрать применение скидки. Собственно, это товарный маркетинг, это скидка на товар. Таким образом, мы управляем скидками в своем товарном каталоге. И эти скидки видны, собственно говоря, сразу прямо в товарном каталоге. Мы видим тут опять же кэш. Видим, собственно, применение. Вот она, скидка здесь появилась, перечеркнутая цена и так далее. Скидки показываются совершенно разным образом. Что еще? Второй способ применения скидки – это правило работы с корзиной. Это правило для того, чтобы комбинировать различные товары, и в зависимости от их комбинации, в зависимости от того, что произошло в корзине, применить ту или иную скидку. Зачастую это используется как раз для того самого увеличения среднего чека. Самые банальные правила корзины – это накупи на 3000 рублей, получи скидку 10%, положи в корзину не менее 5 товаров, получи скидку 20% и так далее. Или там купи 3, получи 4 в подарок. Ну, то есть много таких вариантов. И давайте посмотрим. Здесь очень похожий механизм создания самих скидок. Да, мы можем сделать, ну, давайте что-нибудь банальное. Купи на 5000 рублей и получи что-нибудь в подарок. Также и приоритет применимости, и запрет других правил. Все это есть. И, собственно, условия. Условия, которые нужно определить. Здесь уже появилось два блока. Здесь мы определяем, что нужно сделать и при каких условиях. То есть мы можем начать с условий. У нас, может быть, их довольно много. Например, в нашем случае это общая стоимость товаров. Она должна быть больше либо равна 5000 рублей. Можем добавлять еще какие-то условия. Но в данном случае мы можем определять, например, что эта скидка не применяется к какому-либо из разделов. Да? То есть мы можем вполне в наших условиях сказать, что скидка не может примениться к товарам из раздела аксессуары. Вот мы его сейчас выберем, чтобы не продавать аксессуары уж слишком дешево. Да? Ну и, собственно, действия, которые нам нужно применить. Изменить стоимость товаров, изменить стоимость доставки или предоставить подарок. Вот есть три действия. В нашем случае у нас будет применение скидки 10%. Опять же, можем определить верхнюю границу не более 1000 рублей к товарам, для которых все условия выполнены. И опять же, здесь можем определять условия тех или иных товаров. То есть, например, если были уже применены скидки к этому товару, то делать к нему дополнительный уже нет смысла. Ну, на определенные товары, на стоимости и так далее. То есть мы можем еще дополнительные условия, ограничивающие применение этого действия, определять. Также те же самые ограничения по пользователям. Точно так же скидка может работать при, собственно, работе на купонах. И, собственно, этого достаточно, чтобы скидка заработала. Это у нас правило работы с корзиной. Давайте посмотрим, что у меня в корзине. У меня два товара в корзине на сумму 28 тысяч рублей. Ужас какой. И здесь у меня уже применилась какая-то скидка. Ой ты, надо все почистить. И попробовать заново что-нибудь положить. Так, у меня на штаны все. У меня там уже есть все скидки. Сейчас положим что-нибудь. И футболок. Откуда у меня здесь скидки на футболок? Кто-то включил контроль активности, а теперь я не могу очень быстро добавлять товары в корзину. А, может быть. Так,
Ладно, буду смотреть тогда пока. Сколько у меня в корзине? 2900. Сейчас тебе должна быть, по идее, дополнительная скидка сейчас на всю корзину, если туда положить больше 5000. Я еще не положил. Я вот пытаюсь положить. Вот. О, 6000. Так, ну вот было даже сейчас. Там, оно сразу перестроилось. Да, вот у меня скидка уже применилась. 450 рублей на общую сумму. На общую сумму моего... Нет, это у меня вот здесь 450 рублей. А почему у меня на корзину не применила скидка? Любопытно. Подожди. 4 товара, сумма больше. Сейчас посмотрим. А ты там задавал условия же? Там, возможно, не выполнилось какое-то из условий. Возможно, я поэтому и хочу посмотреть. 10% не более 1000 к товарам, для которых условия выполнены. Дополнительные условия. Общая стоимость товаров, удовлетворяющих всем условиям. Так, ну по идее, да. Да нет, все верно. Где-то я чувствую, что я не вижу какую-то свою ошибку. Все пользователи, да. Нет, 6, только здесь. Ну-ка, сейчас удалим это. Что-то дорогое. Может быть, положи я просто два, запретил два применение каких-то скидок. Нет, как раз платья я не хочу, потому что у меня на них еще скидка отдельно. Там... Мне вообще это платье постоянно маячит. Оно, видимо, в этом самом. У меня блок персонализации стоит. И я в связи с тем, что его все время покупаю, блок персонализации считает, что мне нужно показывать мое платье. Что нужно показывать это платье. Вот, применилась наконец-то скидка. Видимо, две скидки не сработали по какой-то причине. Да, сейчас все нормально. Те самые 10% применились на общую сумму. И здесь у меня нет ни аксессуаров, ни товаров со скидками. Да, все верно. Странно, почему, видимо, я где-то в правилах что-то не учел. Ну, собственно, так выглядит у нас с вами работа с корзиной, да, то есть в зависимости от тех или иных условий мы можем в корзине смоделировать какое-то поведение, начиная от применения скидки, там, не знаю, обеспечения бесплатной доставки, там, или наоборот, наценки на доставку в случае, если вес слишком большой товара в корзине, добавить какую-нибудь стоимость доставки и так далее. То есть для этого, собственно, и нужны правила работы с корзиной, для того, чтобы вот такие ситуации моделировать, да, не рассчитывать их индивидуально, а работать именно вот в таком формате автоматизированных условий. Дальше у нас, собственно, что еще? Последний вид скидок – это накопительные скидки, когда вы можете сделать для себя условия, при которых для ваших покупателей условия, при которых накопительные скидки в зависимости от объема оплаченных заказов будут получать, собственно говоря, какую-то скидку. И вот здесь очень простые тоже правила. Отмечу только, что эти параметры доступны, вообще эти скидки доступны только в редакции бизнес. Но здесь можно указывать, что в зависимости от тех или иных сумм оплаченных заказов можно применять те или иные скидки в процентах для конкретного покупателя. Опять же, можно ограничивать срок, можно ограничивать период расчета этих заказов. То есть, например, кажется, что за последний год, да, ну, как минимум, то есть если год человек не покупал, наверное, уже стоит сбрасывать ему эти скидки, а может быть и нет. Решать вам, но такая возможность у вас тоже есть. Важно еще, что для того, чтобы работать с товарным маркетингом и вообще с маркетингом по отношению к цене, есть еще целый ряд различных модулей, которые не являются модулями, встроенными в платформу, а разработаны нашими партнерами. И вот здесь практически в каждом разделе админки у нас есть ссылочка «Usenet из Marketplace», и здесь есть, собственно, подборки
различных модулей, которые помогут вам замотивировать человека купить то или иное, тот или иной товар, собственно, за счет каких-то предложений. Ну, как видите, всякие товары там дня. Обычно есть обратные отчеты, да, накладные. Да. Всякие скидки за подписку и так далее. Есть много модулей, которые помогают повысить конверсию. Собственно, это про товарный маркетинг и про маркетинг внутри, собственно, магазина. И наша следующая часть, наверное, будет посвящена тому, что можно, как улучшить свой магазин, в том числе визуально. Давайте посмотрим, мы будем смотреть на АБ-тесты и зачем они нужны. Зачем нужен АБ-тест? Расскажи мне. Ну, АБ-тест вообще он всегда нужен для того, чтобы выявить наиболее удачный вариант интерфейса и там, дизайна интерфейса, цветов даже элементарно. Вообще он как обычно проводится? То есть создаются несколько вариантов той же карточки товара. И создаются, ну, соответственно, запускается АБ-тест и запускаются пользователи. Либо пользователи уже есть на сайте, и вы просто система периодически подставляет для того или иного пользователя тот или иной вариант карточки. И вы смотрите, в какой из карточек он чаще кликает на «положить в корзину», чаще кликает на именно те цели, которые вы ожидаете от него. Что, ну, конверсия, собственно, для нас самая важная. Да, да, да. Суть АБ-теста, все верно, в том, чтобы проверить ту или иную гипотезу по тому, как представлен ваш интернет-магазин, да, как на нем размещены товары, как выглядит главная страница, как выглядит карточка товара и так далее. И сделать это так, чтобы, ну, грубо говоря, проверить гипотезу до того, как сделать ее для всех. Это довольно серьезный инструмент, требующий определенного подхода и понимания к тому, что вы делаете, да, и как вообще происходит работа с интернет-магазином вообще с точки зрения веба. Да. Ну, мы покажем простой пример. Как это может выглядеть? У меня есть несколько АБ-тестов. Есть АБ-тесты, собственно, вот так они выглядят здесь в системе. Многие из них предустановлены. То есть тесты, которые... которые могут быть в системе запущены прям очень быстро. Можно создавать и свои собственные тесты, как я сделал это раньше. Я не буду сейчас показывать всю процедуру создания, это может немножко затянуться, но она выглядит довольно просто. То есть наша задача в данном случае тест на страницу. Мы запускаем на тест весь трафик, который приходит на сайт, длительность у него месяц, или можно поставить его автоматически, чтобы система сама поняла, когда достигнут уровень статистической полноты, да, статистической полноты теста. И, собственно, это все. В моем случае я изменил главную страницу. Вот у нас есть текущая страница, сейчас я ее открою. Текущая страница интернет-магазина, главная, которую вы все видели, это, собственно, такая страничка, здесь подгружен видеоролик. Вторая страничка немножко изменена, я ее назвал по-другому и показываю системе, где лежит эта страничка и что с ней можно сделать, в смысле, и что ее нужно показать. И после того, как я запущу и сохраню этот тест, если вы сейчас начнете заходить на сайт, то, соответственно, вы будете, в зависимости от того, в какую группу вы попали, система сама распределяет эти группы, вы будете видеть разные страницы, главные страницы сайта. Ну, давайте посмотрим, в какую группу я попал. Я как админ наверняка останусь в этой же группе. Но хорошо админу то, что админ может поменять себе группу, взять здесь и посмотреть вот так группу B. И увидеть страничку, которая будет выглядеть для группы B. Я тут особо не мудрствовал лукаво, просто заменил девушку на котик. Возможно, это увеличит продажи. Но это шутки, но в целом именно таким образом можно проверять гипотезы, а что лучше работает именно на вашу целевую аудиторию, на тех людей, которые к вам приходят на сайт.
Потому что люди на сайты приходят разные, у вас есть уже какая-то своя аудитория, которую вы научились привлекать с помощью рекламы, с помощью рассылок, есть какая-то постоянная аудитория, с которой вы работаете. Да, и исходя из этого, собственно, нужно подстраивать свой сайт и менять его интерфейс, менять посыл, возможно, описания текстовые, которые помогут увеличить конверсию. Это экспериментальная история, то есть мы не можем сказать, что именно повлияет на вашу аудиторию сегодня или именно на эту аудиторию повлияет на принятие решения покупки, возможно, смена цветовой гаммы, возможно, появление других описаний, другое расположение товаров и так далее. Ну да, еще, например, бывает же, что там, задались целью переделать магазин. То есть есть магазин старый, рабочий, там, может быть, он не очень красивый, но он рабочий, люди к нему привыкли. Он довольно-таки простой, все привыкли, на нем заказывают. А тут решили обновить, все переделать. И запускают новый магазин, а у них конверсия сразу падает. Ну, это довольно суровая история, запустить сразу новый магазин. Да, поэтому, это да, поэтому здесь тоже как бы, можно часть трафика использовать АБ-тестирование, чтобы посмотреть, насколько хороша конверсия на новом магазине, оттестировать ее, проверить и потом уже запускать. У нас с вами самая конверсионная страничка – это карточка товара. И на самом деле от того, как она выглядит, от того, что на ней находится, будет зависеть покупка. И на самом деле даже в стандартном магазине со стандартными компонентами есть довольно большая гибкость по тому, что можно с этой карточкой сделать. Если вы зайдете в настройки, ой, сейчас, секундочку, в настройки компонента торговый каталог, вернее, он просто называется каталог, то увидите, что здесь довольно большое количество подпунктов и пунктов различных, которые влияют на то, что как выглядит страничка. В частности, если мы с вами посмотрим настройки детального просмотра, это, вот, собственно говоря, настройки главной карточки товара, которая будет отображаться, и мы можем посмотреть, какие, например, настройки здесь имеет смысл подумать, покрутить и подправить. У нас есть фоновая картинка, вы ее, наверное, заметили. Вот на заднем плане у меня загружаются картинки в некоторых разделах, в которых добавлена эта картинка, и здесь можно определить, например, что выводить эту картинку или нет и так далее. Показывают ли, например, товары, которые недоступны по той или иной причине, что с ними делать, какие свойства необходимо в карточке вывести, да, для того, чтобы привлечь покупателя теми или иными, не знаю, теми или иными описаниями или характеристиками. Какие поля для предложений нужно выводить, какие свойства и так далее. Что еще здесь есть? Выводить ли рейтинг? Ну, вот, на моем случае, например, рейтинг, наверное, не самое интересное. Выводить ли отзывы, комментарии и так далее. Выводить ли подписку и разрешать ли уведомления по электронной почте. И даже такие штуки, как порядок отображения блоков информации о товаре. Да, то есть можно в первую очередь показать торговые предложения или свойства. Здесь вот можно таким образом менять местами, что будет показываться впервые. И таким же образом отображение блоков покупки товара. Да, то есть что зачем идет. Вот у меня цена, диапазон цены, остаток, количество и, собственно, кнопка действия. Можно ее там переместить, и, соответственно, у меня поменяется порядок размещения самое главное, этих блоков что на это страничке. Можно сделать вообще просто самостоятельно в настройках, не нужно привлекать к этому никакого верстальщика, программиста, который будет. Да, в частности, вот, например, есть слайдер для товаров, такая штука, которая начинает листать картинки товара автоматически. Вот у меня сейчас стоит, что он включен, и картинки должны листаться с... Ой, это у меня убежало. Картинки должны листаться со скоростью один раз в секунду. Так, стоп, где я подробный? Вот, бежала. Галочку поставил, страничка обновилась. Сейчас долистаем. Вот, режим показа детальной картинки. Может быть, только лупа или всплывающее окно. Или и то, и другое сразу. Я сейчас оставлю только лупу, это, наверное, удобней. Собственно, целый ряд настроек, подписи, которые могут быть и так далее, все это может повлиять на то, как выглядит ваша карточка и какая конверсия с нее будет. Вот видите, я поменял, у меня впереди стала кнопка «Купить».
возможно, это как-то изменит историю. Само перелистывание картинок, да, это тоже может повлиять на конверсию, потому что вы смогли показать товар сразу, остановили взгляд, задержали клиента, потенциального клиента на сайте за счет просто там каких-то движений в карточке, и он, исходя из этого, увидел ваш товар с какой-то другой стороны и решил, что да, пожалуй, он подходит. А сам, возможно, и не догадался бы до этого. Mm-hmm. И из таких мелочей, собственно, и состоит различные ухищрения, да, и из этого и состоит конверсия и ее увеличение. И все эти вещи вы также можете АБ-тестом проверять. Есть соответствующий АБ-тест, который запускается на карточку товара, и можно с разными параметрами карточки товара запускать в АБ-тест. Можно посмотреть, кстати. Что, запустить такой тест? Нет, АБ-тест мы же запустили. А, наш тест с котиками там. Да, запустили. Как сработало? Да, посмотрите. Ох, я чувствую, что до достижения статистической достоверности мы будем ждать очень долго с моей посещаемостью. Ну да. Видите, он говорит, что мне 243 тысячи дней надо ждать. Это удивительно и выглядит сложно, но моя посещаемость, кстати, динамика отрицательная. Вот что делать? Конверсия варианта А лучше, чем варианта Б. Видимо, кто-то уже что-то заказал без котиков. То есть котики не продают в моем случае. Но опять же, статистическая достоверность достигается большим объемом трафика, то есть нужно много посетителей, да. Иногда до этого действительно нужно много ждать. Иногда даже десятки посетителей уже дают вам какой-то показатель. То есть, несмотря на то, что результат теста не может являться статистически значимым, но для вас это уже показатель, как ведут себя покупатели. Мы же сами показатели внизу видим. Что, да, мы все видим. Да, что заказов больше. На целый один. Ну, вот так выглядит АБ-тест, и статистика по нему дает, в общем, возможность... дает возможность работать со своим магазином и улучшать его. Я вижу вопрос. Да. Вот вопрос. Там поподробнее, пожалуйста. Александр, мне очень понятно, где там. Про маркетинг. Про email-маркетинг. Да, мы поговорим про маркетинг сейчас, да. Да, а вот следующий вопрос немного непонятно. Это актуально только для готового интернет-магазина вашего шаблона? Если это своя разработка, там же могут быть другие блоки карточки товара. По ним тоже можно проводить АБ-тестирование? Параметры автоматически будут попадать в этот раздел? Да, да, все конечно. Будет работать автоматически, независимо от того, как вы, своя разработка или не своя, АБ-тест будет работать, если он правильно, корректно настроен. То есть вы, система АБ-теста сама подставляет те или иные странички, то есть вот мой АБ-тест, который я запустил, вот этот вот с котиками, он на самом деле абсолютно кастомный, это не стандартный тест. Если вы посмотрите, он просто одну страничку подменяет другой. Вы просто определяете, какую страничку на какую надо заменить. Примерно так вы можете сделать со своим сайтом. Точно так же может работать с детальной карточкой товара. Если вы покажете карточку товара, также можете заменить одну страничку на другую, на которой будут по-другому настроены компоненты, подключаться совсем другие компоненты или компоненты с другими шаблонами, и все равно будет считаться конверсия, потому что все равно корзина, там, все заказы, все точно так же. Да, я так понимаю, беспокоиться о том, что типа своя верстка, да, свои какие-то кнопки, на самом деле АБ-тестирование не важно, он просто смотрит, на какую в итоге страницу пользователь попал, и дальше смотрит только показатели добавления в корзину, оформления заказа и оплаты заказа. Да, вот да, поэтому да. Ему не важно, что у вас там за компоненты, верстка. Главное, что это на отдельной странице все лежит. Ну, все не спрашивают, программисты должны настроить, а админ уже пользуется. Зависит от того, насколько подготовлен админ, грубо говоря. Может, админ настроить. Да, я вот админ, я не программист, в виде котиков настроил. То есть, это возможно. Просто если вы понимаете, как работают компоненты, понимаете, как работает адресация страниц, понимаете, как там можно подменить одну страничку другой или сделать. Короче, админ настройки. Админ тоже настроили. Да. То, соответственно, все это можно сделать. АБ-тесты у нас на какой редакции спрашивают? На бизнесе, по-моему, они у нас только включены. А давайте проверим. Открой, пожалуйста, сравнение редакции. Да. Давай посмотрим, убедимся. По-моему, АБ-тесты у нас в бизнесе. Так. У нас, собственно говоря, следующий большой пункт будет маркетинг, но мы, email-маркетинг, но мы прежде чем прийти
Прежде чем к ним перейти, я хочу еще быстренько про персонализацию рассказать. Это тоже один из инструментов повышения конверсии, причем очень доступный с точки зрения установки, работы и настройки. Что есть персонализация? Это вот... По поводу АБ-теста, что написать просто? Да нет, скажи. В общем, АБ-тесты есть и в малом бизнесе, и в бизнесе, и в эксперте. Да, есть... Про магазины, если то малый бизнес и бизнес. Да, и в малом бизнесе, и в бизнесе есть в обоих магазинах, редакциях АБ-тесты. Это даже здорово. Так, что такое персонализация? Персонализация – это когда наш с вами сайт автоматически пытается угадать интерес пользователя. Так, сейчас, секундочку, я выключу режим редактирования. И, наверное, останусь с котиками. И подставляет товары, которые, по мнению нашего облачного сервиса персонализации, интересны вашему покупателю. Что это такое, как это выглядит, объяснить довольно трудно. Ну, то есть, объяснить трудно, как это считается, но как выглядит, можно показать. Если мы с вами возьмем, например, главную страницу, место, где довольно часто используются модули персонализации, и посмотрим в настройки вот этого компонента, это вот у нас вывод сюда элементов раздела каталога, у нас есть здесь настройки Big Data. И мы можем посмотреть, в каком формате у нас выводится персонализация. Сейчас мы, прежде чем определить его настройки, сейчас где-то здесь у нас, вот, внешний вид. Нет, да, вот внешний вид. У нас довольно давно появился вот такой инструмент, который позволяет настроить внешний вид представления компонента. И мы сейчас видим, что у нас 4 строки по 3 товара. На самом деле можно выбрать разные варианты, можно взять, не знаю, вот 4 товара и переместить их куда-нибудь. Я бы предложил взять, например, компонент персонализированный из 4 товаров вместо 3, чтобы он был явно заметен на фоне остальных, нам так будет удобнее. Когда я поставил галочку Big Data, это означает, что в общий поток товаров, который вот в данном случае у меня этот компонент настроен на какой-то раздел, а скорее всего он у меня выводит топ элементов до главной страницы. Сейчас у меня часть, вот этот блок будет выводить не товары из этого раздела, а какие-то товары по мнению сервиса персонализации, которые нужны каждому посетителю моего сайта. Как определяются какие товары? Здесь есть варианты. Есть персональные рекомендации. Это означает, что сервис сам определит на основе своей математики, что показать. Здесь можно выбирать, например, самые продаваемые, можно выбирать просматриваемые с этим товаром или покупаемые с этим товаром, это для карточки товара, похожие, продаваемые, случайные, любая рекомендация будет случайна. Можно совместить персональные с самыми продаваемыми, это будет означать, что будет браться топ по продажам товаров, на него накладываться персонализация и, соответственно, вводиться. Я ставлю просто персонализацию и давайте посмотрим, что получилось. Так, это у нас на главной же? Да, это у нас на главной. Сейчас я, конечно, сброшу и выключу эту самую. Опять я не вижу этого товара, этого блока. А, он, наверное, просто не успел подгрузиться. Сейчас посмотрим на него. У меня компьютер, когда начинает писать и еще что-то, притормаживает. Вот он, этот блок появился. Видите, он появился чуть позже, потому что сервису персонализации нужно некоторое время на определение моих интересов. Поэтому он подгружается буквально через секундочку. Я даже сразу его не заметил. Ну и вот что он здесь выложил. Туфли, платье, нижнее белье. Ну, в общем, то, что я на этом сайте уже пытался сегодня мы заказывать. Пытались. И вот сервис персонализации таким образом определил мои интересы, что я вот это вот уже клал в корзину. Скорее всего, мне это интересно. В вашем случае это будут ваши товары, которые, по мнению сервиса персонализации, просто почему-то подвернулись. Не в том смысле, что подвернулись, а по тем или иным причинам этот покупатель ими интересовался. У вас, в других где-то в интернете что-то искал и так далее. Сервис персонализации эту штуку распознает и пытается подложить клиенту вашему то, что, по его мнению, полезно и ему нужно.
Делается это не на ваших ресурсах, а на ресурсах нашего дата-центра. Он сам собирает там кучу данных, поэтому называется это Big Data, обрабатывает их и для каждого магазина, для каждого покупателя выдает эту некоторую персональную рекомендацию. Как видите, вставляется очень легко и просто в любое место, по сути, каталога. Вы можете вставить это, как вот я сделал, на главной странице. Можете вставлять эти блоки в карточку товара, чтобы показывать там самые продаваемые с этим товаром. Можете вставлять просто в конкретный раздел каталога. Вот, например, взять раздел каталога. У меня, к сожалению, каталог не очень большой, на нем сложно показывать. Но можно взять раздел каталога и подмешать сюда в стандартную выдачу каталога, которая там отсортирована по определенным признакам, подмешать сюда какой-то товар из этого же раздела, но на первое место поставить те товары, которые, по мнению сервиса персонализации, будут наиболее востребованы именно этим человеком. И это, в общем, уже дает возможность по увеличению продаж просто за счет того, что мы чуть быстрее, чуть раньше угадали интерес. Делается очень просто, как увидели, настраивается буквально за пару минут и работает полностью автоматизированно. Более того, если вы такой сервис установите, то в разделе «Заказы» вашего интернет-магазина вы увидите те заказы, которые были сделаны с использованием этого сервиса. Ну вот, в моем случае виджет включен, персонализация включена, но сумма продаж у меня 7048 рублей. Ну, то есть, и вы увидите даже конкретный заказ. Вот у меня кто-то из вас сегодня, да, сегодня сделал заказ и ткнул в персонализированный товар. И мы видим, какой конкретно товар был куплен по рекомендации персонала. Ну и так далее. Мы видим все эти. Ох, вы тут наделали заказов. Спасибо вам огромное, это здорово. Так откуда ты думаешь, конверсия такая на первом месте? Да. Вот, собственно, еще товар по персонализации и так далее. Это очень простой блок, включается быстро, работает хорошо. И по разным совершенно, ну то есть в разных магазинах по-разному, от каталога зависит, от покупателей и так далее. Ну да, и насчет карточки тоже тут, вот я бы как раз, наверное, потестировал через АБ-тесты, ставить в карточку персонализацию или нет. Потому что когда рекомендуемые товары? Когда человек пришел в карточку, он, наверное, уже попал туда, куда он планировал, и там скорее, может быть, надо как-то пытаться его там дожать, увеличить чек. Но не отвлекать его другими интересными ему товарами. Но в карточку можно поставить персонализацию с рекомендацией «с этим товаром покупают». Да, для того, чтобы не выставлять ручные соответствия, да. Там, не знаю, чехлов с телефонами, зарядок с телефонами, чехлов да, с пленочками есть, то да. Для телефонов и так далее, да, угу. То сервис можно использовать автоматизированно, он будет сам определять, что с этим товаром у вас покупают, и, собственно, показывать эти товарчики в качестве меры увеличения среднего чека. Угу. Так, что, к email-маркетингу перейдем, наконец. Да, его ждут, да, давайте о нем поговорим. У нас есть два блока, которые отвечают за email-маркетинг, вернее, три уже блока, которые отвечают за email-маркетинг. И про всех мы про них давайте поговорим детально, ну, относительно детально. У нас есть блок email-маркетинга основной, который является блоком для рассылки. А, нет, у нас два блока. Все верно, два. Который показывает и дает возможность нам создавать email-рассылки. Что есть из себя email-рассылки, довольно понятная история. Мы создаем рассылку, которая отправляется на определенный сегмент наших покупателей автоматически, вручную, в каком-либо варианте. Отправляется подписчикам или покупателям, или какой-то другой базе, которую мы загрузили на наш сайт для того, чтобы с этим поработать. Это страничка старта, которая показывает вообще, из чего, какова эффективность нашей с вами работы, я вот так сложу сейчас пока, нашей с вами работы с рассылками. Мы будем знать, сколько писем отправлено, за какой период. У меня, к сожалению, ни одного письма не отправлено за многие периоды. Я не спамлю своих покупателей вообще, потому что они все тестовые, и это бесполезно. Но в целом мы здесь увидим, насколько хорошо работает наша с вами подписка. Ну вот за год у меня целых 15 человек подписались на мою рассылку. Ну здорово. Сами рассылки. Рассылки, так называемые выпуски, да, то есть мы можем создавать эти выпуски или рассылки, отправлять их. Делается это довольно легко и просто. У нас есть, кстати, смс-рассылка, но мы сейчас про email-маркетинг будем говорить.
он, наверное, важнее. Там какой-то вопрос? И я отвечаю потихонечку. А, да, отвечай. Ты можешь озвучивать, кстати, чтобы всем было, ну, вдруг всем в принципе, интересно. Ты озвучил, что Big Data можно поставить в несколько разделов, сколько угодно раз. Угу. Это компонент, который просто ставится так же, как и список товаров. Он или ставится или на добавляется в список ну, товаров да. настройками компонента. Да, да. Что нужно сделать, чтобы запустить рассылку, создать, собственно, мы выбираем некий шаблон, есть заранее подготовленные шаблоны, они как-то обозначены, да, по своей цели, то есть там спонтанные покупки, повторные покупки, разбудить клиента, там опрос, информировать о событии, приглашать на мероприятие, ну и так далее. То есть есть целый ряд таких шаблонов, которые можно использовать. Может, если наши шаблоны не подходят, жмем на свой HTML и вставляем туда, собственно, свой код, который сделали в каком-то другом, например, редакторе или сверстали уникально под рассылку с вашего сайта. Такое тоже может быть и часто довольно делается. Но в этом случае редактор будет недоступен, потому что это использование просто кода. Но мы возьмем что-нибудь, давайте повторную продажу возьмем. Нет, давайте мы сделаем спонтанную покупку. Собственно, у нас открывается редактор. У нас есть некая компания, да, которой мы адресуем нашу рассылку. У нас должен быть сегмент. Сегмент, на который получит у нас эту рассылку, и мы можем определить либо там просто покупателя, либо создать свой сегмент, который нам да, покажется наиболее важным, наиболее подходящим для этой рассылки. Создание сегмента тоже довольно простая процедура. Все, что нам нужно сделать, это определить характеристики, по которым мы фильтруем, собственно, то, что мы имеем. У нас есть источники адресов. Как вы видите, это могут быть формы, которые были заполнены на вашем сайте, могут быть блок загруженных адресов. Вы можете просто в инфоблоке хранить список адресов и, собственно, работать. Вот есть отписавшиеся, те, кто подписались на рассылки, те, кто получали рассылки и так далее. Возьмем покупателей магазина. И среди покупателей у меня 46 имейлов, я вижу, я могу настроить еще дополнительный фильтр. Здесь, наверное, мне фильтр не нужен. Здесь по сумме заказа можно определить количество заказов. Ну, давайте от одного заказа, сумма не важна. А, и вот дату последнего заказа можно определить для того, чтобы понять, насколько давно покупали люди. Да? Но в моем случае это не нужно, потому что я вызываю спонтанную покупку, я там отправлю мою рассылку на всех, кто ко мне есть, кто у меня есть. В сегмент можно также добавить просто свой набор адресов, загрузить просто Excel-файл или текстовый файл, в котором будет адреса и по которым просто сделать эту рассылочку. Так, сохраняем. Сегмент до 12 июля. Надо было название какое-то придумать. Ну уж как сделал. Так. Что еще? Дальше у нас идет работа с самим письмом. Собственно, работа с самим письмом довольно простая тоже задача. Здесь конструктор, который позволяет вам отредактировать, там, взять и загрузить другую картинку, просто поработать с текстом и поменять здесь что-то, добавить другие блоки. То есть у нас здесь есть вот набор блоков, которые помогут нам что-то сделать, например, купон скидки. Если мы захотим сюда вставить купон, то, собственно, мы можем сделать этот купон, компоненте, который сгенерит купончик. Тип купона, размеры скидки, правила скидки и так далее. Собственно, мы сохраняем, и этот блок выдаст нам некий купон, который придет покупателю, уникальный для каждого получателя нашей с вами рассылки. Он, применив этот купон, сможет получить скидку. Это вот возвращаясь как раз к тому, что когда мы скидки создавали, да, что можно было купоны сделать, потом их как-то рассылать, и здесь можно сразу. Ну, вот этот блок, он там создаст эту ссылку, получит купон и так далее. Можно всякие выставлять дополнительные настройки, то есть управление этим письмом, отступы выставлять, размеры шрифтов и так далее. То там, есть у нас здесь да, для... там еще интересные есть штуки такие, по-моему, что блоки, что можно, например, ссылку делать по тем, кто оформил корзину, там, например. Это мы про триггеры будем говорить. Ну да, но ничего не оформил заказ. Да, да, да. Про брошенные корзины мы об этом поговорим обязательно.
Кстати, вот в письмо можно добавить корзину покупателя. Ну, я вот сейчас ничего не говорю. Да, но это если мы отправляем тому, у кого корзина есть. То есть, ну, вот да. В данном случае, скорее всего, корзины у человека нет, потому что мы просто отправляем всем, кто у нас когда-либо что-то покупал. Ну да, он может быть не зарегистрирован, он просто где-то формочку. Да, поэтому корзины не будет. Вот данная наша рассылка, она про другое. Собственно, текст отправили, все написали, красиво запустили. Можем отправить эту рассылку. Она у нас готова, и ее можно отправлять. Мы можем, собственно, смотреть, какие будут показатели, да, если мы ее запустим. Мы увидим, какова статистика этой отправки. Вот у меня тут все адреса, которые у меня были, они здесь все есть. И мы по каждому из них увидим, получил, прочитал, кликнул, отписался и так далее. То есть статистику полную получим. Ну и на страничке старта, опять же, по последним выпускам увидим общую эффективность, что к чему, как получилось. Более того, в каждой, собственно говоря, рассылке мы увидим эти данные, потому что это логично. Можно получателю тестовой рассылки указать для того, чтобы посмотреть для себя, как это выглядит, как будет выглядеть письмо, убедиться, проверить, что у вас все получилось как нужно и, собственно, с этим поработать. Сегменты, все, которые создаете вы сегменты, они у вас здесь хранятся, вы можете с ними работать и, собственно, пополнять и добавлять сегменты, редактировать, удалить и так далее. Вы можете создавать так называемые компании, в которых будет там целый ряд каких-то, ну, грубо говоря, это выпуски, на которые можно будет подписаться или отписаться от конкретных компаний, которые отправляются вашим покупателям или тем, кто просто подписался. Естественно, есть возможность хранить черный список тех людей, которые отписываются, или тех, кого вы вручную можете туда добавить, чтобы, не дай бог, не спамить, соблюдать законы о персданных и так далее, уважительно, скажем так, относиться к своим покупателям, чтобы им, не дай бог, ничего лишнего не пришло. Это стандартный email-маркетинг, отправка писем по сегментам, по тем, которые у вас сформировались, и это позволяет вам продавать, возвращать, вообще оставаться в информационном поле у ваших клиентов, тем самым напоминая постоянно о себе, о том, что уж если покупать товар, то покупать у вас. Да, вот есть вопрос насчет, сейчас, что настроили рассылку, но внизу есть блок «Отправить тестовые письма». Да, это, да, кстати, удобная штука, когда вы все подготовили и хотите проверить, как выглядит реальное письмо, что все там правильно. Даже если все учли, все равно придет где-нибудь какая-нибудь опечатка, букву не то написали. Вот. Поэтому себе очень удобно отправить и посмотреть, что все отлично выглядит, и тогда только уже запускать на большую, ну, на весь сегмент, который вы выбрали. А вопрос тут дополнение, что не уходит такое письмо. Здесь я бы действие порекомендовал... на рассылку в wrong content type? Ну да, да, да. Да. То есть... Не очень понял, где это появилось. Это пришло такое письмо или это ошибку выдала система? Эта система, видимо, выдала ошибку. На самом деле, первым делом надо проверить вообще настройку почтового сервера, работает ли там все верно. Потому что сама система обычно, ну, таких ошибок никогда не выдает. Да, не выдает. Так, в разделе маркетинг у меня отображаются не все подразделы, как у вас. В чем может быть причина? Причина может быть в неустановленных модулях или в редакции более низкой. У меня используется редакция бизнеса, у меня прям все-все есть. А у вас может быть редакция чуть меньше, малый бизнес, например, и всего этого может не быть. А также зайдите обязательно в настройки, в раздел модули, и вот здесь список модулей, просто посмотрите, какие модули у вас могут быть не установлены. Ну и проверить. Часть этих модулей. Проверить, ну, и обновление, систему обновления, конечно, да. Конечно, если обновление еще должно быть. Ну, может, я думаю, что это очевидно, да. Ну, бывает, да, что вышел модуль, потом дополнился, и это на свежей версии показано. Да, да. Система выдала ошибку в wrong content type. Да, это тогда, наверное, надо спросить техподдержку, что такое случилось. Не смогу вам прокомментировать такую ошибку, если не встречался. Возможно, техподдержка поможет вам разобраться, что это такое. Так, триггерные рассылки. Это следующая очень интересная история в разделе email маркетинга, и она нужна для того, чтобы автоматизировать электронные письма, которые
нужно отправлять регулярно или по тем или иным событиям. Ну да, можно просто перевести для всех людей, что триггеры – это события. Да, это события. У нас есть целый ряд готовых заранее триггерных рассылок, которые, грубо говоря, созданы заранее, чтобы вам было понятно, что это такое. Ну, чаще используем. И как с этим работать. Да, ну вот, например, есть хулиганство. Сейчас. Название, конечно, у них веселое. Да, хулиганство, рассылка, не пойму, какая из них реальная. В смысле, какая из них... сейчас посмотрим. Да, автоматическая когда, триггерная да, рассылка. Какая из них стандартная какая-то? Да, я хотел стандартную купить. Ну, давайте посмотрим на них. Так, собственно, ничего страшного. Ой-ой. Что это такое? Триггерная рассылка, которая автоматически запускается для того, чтобы вернуть покупателя. Какие действия, то есть какое условие запуска? Да, у меня сейчас стоит условие запуска, давно не покупал, но на самом деле условий может быть несколько. Забытая корзина, то есть человек в корзину что-то положил и ушел. Изменение статуса заказа, то есть мы можем отреагировать на изменение статуса. Оплата заказа, отмена заказа, создание нового заказа. То есть мы можем среагировать на вот эти вот события и запустить цепочку писем. Ну вот давно не покупал, вполне понятная история, да, индивидуально для каждого покупателя вашего интернет-магазина будет отсчитываться некий таймер, и как только наступит определенное «давно не покупал», да, собственно, мы получим, мы начнем отправлять ему письма. Ну, стимулировать какая, следующие покупки, да. Какая цель? Да, у нас может быть цель просто отправить все письма из рассылки, у нас может быть цель изменения статуса заказа или создания нового заказа. То есть давно не покупал, цель создания нового заказа. Да. То есть если он с первого же письма новый заказ создал, значит остальные мы отправлять не будем, нам это не нужно. Так, где у меня, какая из, сейчас вот это, наверное, я создал. Да, сейчас вот письма посмотрим. Собственно, что у нас происходит с письмами, да, то есть мы здесь получаем несколько писем, в данном случае это 4 письма, которые автоматически начинают срабатывать сразу, мы можем определять, вот, через сколько, собственно, они запускаются, например, тут у нас по одному письму раз в день, это может быть слишком часто, это можно изменить, например, по одному письму в неделю отправлять. Ой, это я месяц выбрал, по одному всему неделю. Таким образом мы получим... Забыл нажать кнопку «Применить». Таким образом мы получим еженедельное письмо для того, кто давно не был на нашем сайте, давно ничего не покупал. Это что такое? Вот. Что за письма? Письма точно так же у нас с вами открываются редактором, и мы можем здесь посмотреть... Ох, у меня тут просто мой HTML. А, да, мы тут внесли, сконвертировали старые письма, поэтому можно... Ну, вообще, по сути, это тоже тот же самый редактор. Вот, пожалуйста, письмо. Да, я просто другой шаблон выберу для этой рассылки, чтобы сразу было понятно. Здесь тот же самый редактор. Вот 3 месяца ужасно соскучились. Письмо, которое, собственно, первое просто поможет вернуть человека на сайт, если он... Да, вот сюда как раз можно купон ставить, генерацию купона. Чтобы у нас не были, ну... Получить. Здесь у нас сконвертированные старые письма, поэтому они отображаются так некрасиво. Сейчас, где у нас еще будильник? Вот еще одно письмо. Вот что-то мы делаем не так. Видите, у нас уже прям готовые письма для такого будильника, который отправится, с текстом сработает на «давно не заходил на сайт». Так, сейчас еще один шаблончик посмотрим. И мы таким образом как бы создаем цепочку писем, которые будут отправлены, а вот, кстати, хулиганство, те самые, давайте вот это возьмем, третье письмо, что здесь у нас, кошелек или жизнь, важный робот. Естественно, сюда можно там картинки вставлять свои, другие и так далее. И мы таким образом создаем некую цепочку писем, которая начнет отправляться в момент, когда наступит событие. Сейчас, где у нас вот последнее письмо из хулиганства? Сохраним его, вот там разобранный робот на картинке. Последнее письмо, оно уйдет, если человек никак не создал новый заказ на протяжении 4
недель, да. Собственно, если он вернулся, то все ок. Им просто нажав кнопку «Запустить», собственно, получим возможность собственно, работать с этим. Она начнет работать автоматически, работать индивидуально для каждого посетителя и просто отправлять письма из цепочки, пока не будет достигнута цель. Одна из интересных рассылок – это дожим оплаты, например. Когда у нас с вами есть создание нового заказа, да, и создание нового заказа – это уже некий триггер, который имеет смысл отработать до момента оплаты этого заказа. Да, то есть если у нас с вами появился новый заказ, и нам нужно сделать что-то, что приведет к оплате, да, то есть мы можем выбрать… Там забытая корзина, там. Что у нас тут есть подходящее? Ничего подходящего для оплаты нет. Ну, свое придумать. Да, да, мы что-нибудь сейчас добавим. Ну, вот. Товары отложены, ждут вас, например. Корзина есть, заказ есть, товары лежат, но оплаты нет. Ну, вот такое письмо мы, допустим, отправим. Да. У нас здесь появится письмо, и оно сработает через один день после события. То есть новый заказ создан, в течение дня не оплатился, отправим письмо, чтобы заказ оплатился. И здесь может быть целая цепочка писем, которые регулярно напоминают человеку о том, что у него там есть заказ, который нужно оплатить. Таким образом мы дожимаем до этой оплаты. И срабатывает довольно логично, то есть в тот же день не срабатывает, но мало ли он по каким причинам не оплатил. А может быть нужно его, в зависимости от того, как работает ваша модель, да, отправлять через 2 часа, иначе он совсем забудет про заказ. Ну да, или он на следующий день вообще забудет, что он что-то... Да, или уже ушел к конкуренту, потому что не вспомнил, на каком же магазине он этот заказ оформил. Да, ну вот у нас такое срабатывало, потому что были заказы, когда человек не смог оформить, не смог, в общем, распечатать счет на оплату. И мы перезванивали ему. Так, тут у меня получается или нет? У меня, наверное, перезванивали клиенту, и все, и то есть по телефону решили вопрос. Выставили потом счет, на почту ему отправили. Так бы, в принципе, я думаю, он бы ушел, как-то по-другому купил. Сам он вопрос не будет задавать. У меня что-то не работает. Ну, редко кто спрашивает. Только самый отчаянный. Да, да. И, собственно... Дожим, вот в смысле статистика по каждому письму, да, по каждой рассылке триггерной, вы будете видеть, сколько писем отправилось, сколько прочиталось, сколько переходов, ошибки, отписки. Вы будете видеть, вот на этом графике, к сожалению, у меня нет данных, тут сплошные нули, но на этом графике будет видно, с какого письма в основном срабатывает конверсия, да, то есть с какого письма заработала. Про отписку, кстати, надо рассказать. Да? Да, ну, получается, в каждом письме стандартная отписка вставляется в письмо автоматически, то есть получатель письма может от нее отписаться, он попадает, соответственно, в отдельный, грубо говоря, там, ну, не сегмент, а отдельный прям блок, и, насколько, ну, я знаю, сам CRM-маркетинг, email-маркетинг здесь, в Битриксе, так устроен, что он, если вы даже собрали сегменты из всех клиентов, он все равно туда автоматически вычленит те письма, те имейлы, которые когда-либо отписались. То есть они их не получат повторно. Да, да. Здесь мы следим за тем, чтобы никто ничего не получал лишнего, за исключением некоторых деталей, которые нужно понимать про общий имейл-маркетинг. Там может сработать такая история, что человек отписался от какой-то отдельной компании вашей рекламной, да, а да. другой не отписался. И тогда надо как бы следить за тем, чтобы, ну, грубо говоря, человек хотел отписаться от всего, отписался от одной. Может оказаться недоволен, потому что хотел от всего отписаться. Там можно ну, же тут как есть раз нюансы, ты показывал, решать, там да. можно сегмент создавать, в сегмент включать отписавшихся всех. И когда создаем рассылку, мы же указываем, кому отправлять, и исключение. Там можно исключение еще указать. И вот как раз исключение указывает сегмент с отписавшимися. И, в принципе, тогда проблем не будет, все будут довольны, никто не будет названивать, писать гневных писем, что пишите мне от всех ваших рассылок, это вот такие бывают приходы. Да, совершенно верно. Так, пам-пам-пам,
Лучше забытые корзины по триггерной. Ну, да, забытые корзины, та же самая история, то есть она точно так же срабатывает на Ну тот да, же, я уже то отвечал, же событие, что да. ну, как бы лучше, ну почему лучше забытые корзины при триггерах? Вообще лучше все использовать. Потому что чем больше использовать, Где-то тем. забытые корзины вообще не срабатывают. Очень Да. часто, ведь забытая корзина сработает только в том случае, если покупатель уже ранее у вас когда-то что-то покупал, то есть и когда вы о Да. нем знаете хоть что-нибудь. Да, а в остальном это Да, не если есть сработает. просто пользователь, есть забытая корзина, то есть есть забытая корзина, которую наполнили когда-то, но у вас никаких данных по пользователю нет, вы ничего не отправите ему. Да, не сможете. Некуда отправлять. Может ли покупатель от писем отказаться? Стандартно, да, это все есть. Ты ответил так, можно ли отправить триггер на рассылку покупателям, которые купили товар определенного раздела? Но по умолчанию у нас такого триггера нет, но его можно сделать. То есть триггеры как раз могут создаваться. Единственное, что это задача не админская, а уже разработческая. То есть ваш партнер или тот, кто занимается разработкой и поддержкой сайта, может разработать для вас уникальный триггер, который будет, собственно, работать на те условия, которые вам именно нужны. Возможно ли открывать письмо в браузере? Да, У непонятно. нас Просто стандартного... Не, но чтобы. имеется в виду, есть такая штука, если письмо отображается некорректно, нажмите, чтобы посмотреть его в браузере. У нас, по-моему, нету такой истории со встроенными письмами. Так, создать свой шаблон для письма, триггерной рассылки. Да, конечно, можно. Вы можете, вот у вас есть мои шаблоны, раздел, шаблоны все общие, что там, что там. Просто создаете Ну, шаблон, шаблон, на самом деле, даже формируете свой на основе прям нашего или просто свой HTML и они все. больше отличаются даже вот именно текстовками там и Ну, расположение блоков, текста, немножко кодом, картинки, да. да. То А есть нужно так что-то свое, все без проблем. полностью можно самостоятельно переделать. Ненужные блоки удалить, добавить дополнительные. Так, это, собственно, про email маркетинг. Да, про то, как работать с увеличением продаж своего магазина с помощью уже имеющейся базы, с помощью дожима в оплаты. Опять же, по сути, повышение конверсии. Если вы дожимаете оплату, конверсия повышается. Да, да. Что еще? У нас еще есть такой блок, как баннерная реклама. Тоже важный момент. Это внутренняя реклама на вашем интернет-магазине или на вашем сайте. Она нужна для того, чтобы привлечь внимание покупателя к той или иной части магазина, да, к той или тому или иному товару, к акции, к какому-то дополнительному сервису, который вы посчитали важным об этом сказать. И это возможность размещения внутренних баннеров. Ну, в частности, вот на моем магазине, на стандартном, да, вот этот вот видеобаннер или слайдер, который здесь на главной странице представлен, это, собственно, и есть баннер, вставленный с помощью системы Реклама. рекламы, да, внутренней рекламы. На самом деле это довольно серьезная история. Сейчас вот я открою баннер, что-то я Ну да, он там в все рекламе считает, статистику. запрятался. Ну вот маркетинговый блок на главной странице. Это тот самый баннер, который у меня здесь есть. Здесь вставлено видео с YouTube в первом слайде. И вот все остальные слайды проставлены. То есть мы здесь имеем некий конструктор рекламного блока. И это не просто конструктор рекламного блока, это целая система таргетирования баннеров, ограничения по показам, подсчета показов По и так далее. приоритету, да. Целый набор. Потому что у вас для одного блока рекламного, как в случае с моим магазином, да, вот у меня есть блок на главной странице, у меня в него может показываться совершенно разные баннеры в зависимости от времени суток, от покупателя, который зашел, авторизовался, и так далее. То есть тут может быть целый набор различных решений, почему или и как показывать. Настройки, тексты, ссылки, картинки, надписи, все это настраивается вот здесь. И в дальнейшем мы показываем ограничения, там, сколько раз показать баннер, там, показывать ли их равномерно, чтобы несколько баннеров крутились между собой. Как таргетируем мы, да, то есть в случае, ну, таргетинг это скорее по разным страничкам, когда один и тот же рекламный блок, по сути, вставлен Да. сквозно Ну да, установлен но на всем там сайте. есть вот интересная штука с пользователем, Да, связанная можно как раз. определять группы пользователей, которым показывать или не показывать, можно определять страны, географию, время дня и дней недели, когда показывать или не показывать тот или иной баннер. Вот когда скидку как раз создали, например, скидку создали только для каких-то там премиальных клиентов, ну,
VIP-клиентов. Да? Вот. Соответственно, баннер нужно запустить, чтобы другие не видели это. Нужно запустить баннер, указать группу пользователей. И все, да, отлично. Это, собственно, да. Нужно для того, чтобы вот так показывать. И, естественно, статистика по баннерам мы тоже видим, как они показываются, просматриваются. Ну вот у меня кликов по нему нет совсем. Показы хоть есть. Ну давай покликаем. А какой баннер? А, да я вот основной смотрю вроде как. Что-то у меня вообще не показывает никакую статистику по моему баннеру. Ну нет, показывает. Клики даже есть. Показы там, есть. Там не все баннеры, во-первых, с кликами настроены. По дням. Ну, у меня тут очень маленький. Вот, кстати, 23 клика было 18 июня. Интересно, кто-то накликал так на баннер. Ну, тестировали. Да, ну, в общем, вы такие вещи увидите. И это может быть хорошим инструментом для внутренней рекламы, для продвижения акций, для показа, привлечение внимания к товарам или каким-то отдельным частям вашего сайта. Блок баннерной рекламы доступен как раз только в бизнесе. Насколько я помню, мне кажется, мы его не переносили в малый бизнес, он только в бизнесе да, доступен. Да, да, да. И все остальные, то есть на малом бизнесе, ну, маркетинговый блок такой же есть. Сейчас проверим, на всякий случай. Просто управляется он уже не так продвинуто. То есть у него нет уже возможности управления ротацией, таргетированием и так далее. Да, только на бизнесе. Да. Вот, собственно, блок, опять же, внутренний, который может помочь вам поработать с конверсией и с вниманием ваших пользователей, которые приходят на сайт. Что у нас еще с тобой осталось в плане? Так, мы хотели еще, на самом деле, много всего еще хотели сказать. У нас всего полчаса, так что... Ну, давай мы тогда расскажем еще про инструмент про лендинги. Да. Это важный инструмент конверсии. А, стоп, я хотел заметить, пока мы в маркетинге находимся, еще есть инструмент работы с внешней рекламой. Да. У нас традиционно была работа с автоконтекстом, да, и вот когда мы создаем с вами объявление на наши товары, которые размещены в интернет-магазине с помощью автоконтекста, мы можем управлять объявлениями. То есть можем создавать объявления, управлять ставками отсюда и, самое главное, тушить объявления, то есть скрывать их, если у нас закончились товары, если они стали по каким-то причинам недоступны. Или ну, еще да, это вот как раз мы, возвращаясь опять к тому, когда мы рассчитывали прогноз по конверсии, делали и видели, что при определенной цене клика у нас сильно возрастает стоимость заказа и у нас, соответственно, маржинальность может быть со съедением рекламы. Да, невыгодно, ну просто какой бы мы объем ни продали, какой мы бы объем ни загнали на рекламу, нам элементарно просто невыгодно. Вот, соответственно, подключив сюда свой аккаунт рекламы Яндекса, да, и можно следить за этим. Да, создавая объявление рекламное отсюда, здесь можно строить автоблокировку показа объявлений при достижении там при цене перехода, на который аукционе, выше, да, да. То есть когда аукцион дойдет до того, что у вас там больше 20 рублей вам не выгодно, 21, все, вы просто объявления эти не показываете. Как только упал аукцион, дальше показывать объявление. То есть система сама контролирует этот момент. И еще одна история. Это реклама, которая будет, опять же, сегментироваться и таргетироваться на ваших, на ваши сегменты, которые есть внутри платформы. И эта реклама на внешних источниках, например, в том же Яндекс.Директе или Фейсбуке, или в социальных сетях, которая позволит вам направлять рекламное объявление на конкретный сегмент. Это нужно для возвращения, это нужно для утепления, это нужно для дожима, опять же. То есть, выбирая какой-то сегмент покупателей, мы можем запустить на этот сегмент конкретное объявление при подключении Яндекс.Директа или Фейсбука. Здесь вы можете выбрать разные сервисы, подключив свои аккаунты. У меня, к сожалению, аккаунтов нет, я не смогу подключить, продемонстрировать. Но это очень рабочий инструмент, который помогает как раз нам показать объявления рекламные, так же, как мы это делаем с триггерными рассылками. Здесь вместо триггерной рассылки, вместо электронного письма может сработать объявление. Ну да, вот этот модуль, получается, он сейчас такой же, как в Bittrex 24. Да, там, абсолютно, серии, да, абсолютно. Мы его там используем, у нас есть лиды, у нас есть рекламные кампании на Фейсбуке. Соответственно, когда к нам на сайт заходит клиент, который у нас есть в CRM-ке, он автоматически у нас выгружается в рекламную аудиторию на Facebook,
и ему начинает показываться реклама. Ну, естественно, если какая-то реклама сейчас в данный момент, ну, в данный момент идет у нас на Фейсбуке, да. Он сразу попадает в эту аудиторию и видит эту рекламу. То же самое здесь и на сайте. Человек зашел, что-то сделал, да, и вы его туда отправляете, в аудиторию Фейсбука. Он приходит на Фейсбук после вашего сайта и начинает смотреть вашу рекламу. Да, вы остаетесь в его, опять же, информационном пространстве, да. Он про вас помнит и рано или поздно вернется для того, чтобы совершить, ну, еще, да, одну покупку. Это очень важно. Или вот он подписался как-то на ваши рассылки. То есть раньше таких возможностей не было, да? То есть если вы не удержали клиента на своем сайте, все, он ушел, и как бы вы уже больше на конверсию повлиять вроде не можете. А здесь получается, что все равно можете. Ну, если мы захватим от него, да, что-то, да, на что сможем таргетировать, то да, да, это сработает. Он вроде ушел, но вы продолжаете его тянуть назад через социальные сети. Ну и потом, опять же, email-маркетинг довольно сложная история, да, то есть она требует довольно высокой компетенции, потому что надо уметь писать продающие письма, надо уметь настраивать и понимать, как сработать со своими покупателями, следить за... Ну, то есть это много работы не только администратора магазина. Инфоповоды, да, то есть потому что мы вот, например, никогда не рассылали письма просто типа, ну, там, здравствуйте, у нас там что-то там появилось, вот посмотрите. Да, это мало. То есть должен интересно. Быть какой-то инфоповод интересный, важный, не просто так. А реклама может работать независимо от этого. Да? Вы да, ее запустили, и она постепенно возвращает вам клиентов на сайт просто за счет рекламы. И таргетирована только на тех, кто действительно вами интересовался. Это делает рекламу очень выгодной, потому что это уже меньше, теплая аудитория. Да, и меньше денег тратится на рекламу. С маркетингом, мне кажется, все. Про маркетплейс мы сказали, модели показали. Да, мы все хотели, окей. Получается, еще про лендинги рассказать и про, наверное, метрику. Да, смотреть всю, да, метрику. Да. Это тоже очень важно, смотреть метрику и как связать с данными электронной коммерции. Да, с точно. У вас осталось две темы, 20 минут. И, собственно, про это и поговорим. Значит, в последней версии 18.0 Bittrex управление сайтом, помимо тех обновлений, которые мы уже показали, это новый маркетинг, сегментация, возможность запуска рекламы и так далее, у нас еще появился конструктор лендингов, вот. Конструктор сайтов даже, можно, да, так сказать. А вот давай я, наверное, сейчас, может быть, покажу как бы реальный пример. Давай. Почему вот это делается, зачем? А потом ты посмотрим, расскажешь, как это просто сделать в конструкторе на Bittrex. Давай, передать тебе экранчик. Давай, давай. Сейчас. Так, main screen. Да. Есть. Все показалось. Да, да, да. Вот. Значит, ну, я думаю, все знают, что такое лендинги, наверное, да? Но все равно, чтобы было понимание, почему это делается. Да, есть лендинги, которые делают там к мероприятиям и так далее, но мы сейчас говорим про магазины, либо каталоги. Вот есть у нас клиент, такая компания, она занимается сельскохозяйственной техникой, поставкой. Есть довольно-таки много премиальных вещей, которые стоят очень дорого. И вот есть у них на сайте... Например, товар, то есть это сейлка Horsch Maestro, Horsch Maestro CC, ну, разные. Естественно, много другой техники. Но если смотреть статистику, аналитику, насколько много людей приходят на сайт и в итоге доходят до этой карточки, потому что нужно зайти на главную, тут нужно либо баннер какой-то показать, человек должен действительно дойти до этого раздела, в итоге зайти на карточку, и здесь, так как это все-таки большой сайт про все, естественно, карточки всегда не такие большие, как хотелось бы. Не так много на них можно рассказать. Поэтому она может быть не такая большая, хотя, в принципе, достаточно много здесь есть. Поэтому, она не выглядит прям продающей. Да, она не выглядит так прям, ну, клево. И, ну, тут всю информацию не разместишь, это будет просто каша. Вот, поэтому именно вот для двух этих сейлок мы разработали лендинг для этого клиента. Здесь есть какой-то там интересные эффекты, которые сразу привлекают внимание, там летающие вот эти вот штучки. Вот, и, ну, да, видишь, они вижу, не да. движутся. Просто на трансляции это очень плохо, да, не очень хорошо видно. Ну да. Но можно зайти прямо. Вот, и
На этом лендинге информация исключительно про две эти сейлки, где можно посмотреть все, почему это хорошие сейлки. Это реально крутые, они очень как бы дорогие, очень серьезные, очень долго будут работать. У них производительность очень высокая, как видите, да. То есть, ну, нам это, может, непонятно, но я думаю, если фермеры, аграрии посмотрят, скажут, да, о, это крутая производительность. Вот, здесь все описано. Эту информацию всю, ну, невозможно на той карточке представить просто никак. Абсолютно. Ну, и так красиво и... Ну, и симпатично, подающе. Да, вроде... Хотя у нас тут был как раз, может быть, лендинг не такой прям трендовый, потому что тут тоже, это уже другой вопрос к дизайну, нужно было учитывать целевую аудиторию. Целевая аудитория не очень как бы в интернет-технологиях и новых трендах дизайна разбирается, поэтому вот этот лендинг для них прям подходит. То есть здесь тоже с точки зрения конверсии именно был, расценивалась разработка. Здесь все есть, что нужно. Тоже очень главная такая таблица читаемая, которая именно для целевой аудитории понятна будет. Вот. Я, кстати, рассказывал, у нас здесь есть отзывы, и вот мы сначала в дизайн поставили такого чувака, агрария, такого, как в ковбойской шапке, молодой такой, и нам сказали, ну, слушайте, ну, он не настоящий. И нам дали действительно настоящего мужчину, это вот действительно аграрий, и когда клиенты потенциально будут смотреть, они ему поверят. Потому что они знают, ну да, он выглядит так, как я, так, как вот все мы. Это действительно человек, который там, клиент, который действительно этим занимается, действительно там реальные отзывы, все посмотреть, можно даже видео есть, как это работает. Вот это все разместить в карточке, в интернет-магазине, там, в интернет-каталоге. Ну, можно, но не в таком красивом виде, да. Ну да, и, да и просто... Сейчас вообще тренд карточки делать вот в таком виде, да, то есть в виде именно лендингов, потому что, ну, основные продающиеся товары, конечно, вы рекламируете и хотите, чтобы максимально эффективно отрабатывал интернет-магазин и сайт с точки зрения рекламы и продажи какого-то товара. И, естественно, максимальный эффект будет вот примерно от такого вида карточки товара. И именно для этого делаются лендинги. Да, и вот такой лендинг, он как раз с точки зрения продажи именно этих двух товаров, он гораздо эффективнее. Его можно отдельно рекламировать, отдельно на него... запускать трафик, и с него больше конверсии. И он может оставаться в инфраструктуре вашего сайта. Да, он, кстати, на поддомене выполнен. Да, и сегодня, благодаря как раз конструктору, который мы в программку в Bittrex встроили... Там, тебе передать или как? Да, я сейчас заберу. Заберешь. У вас появляется возможность такие лендинги делать самостоятельно, делать достаточно быстро. Вот, собственно, конструктор, он называется сайте 24. Опять же, если у вас его нету, но вы обновились до 18-й версии, то зайдите в настройки и в подпункт модули и убедитесь, что модуль сайта 24 или просто сайта, я не помню, как называется, установлен, и тогда у вас появится этот пункт. Ну и, собственно говоря, вот можно добавлять новые сайты, можно добавлять странички. В данном случае у меня есть уже сайт интернет-магазин, он, собственно, уже есть. И в рамках этого сайта я могу теперь создавать посадочные странички и работать. Вот Александр спрашивает как раз, можно ли осилить. Что можно? Можно ли осилить, а я да. отвечаю сейчас всем, все увидят. Да. Да. Сейчас Сергей покажет, как как раз сделать. Моя задача вам показать, да, что это такое. Ну вот именно вот этот агро, наверное, был сделан профессиональным дизайнером. Ну, конечно. Но и не только... на этом конструкторе надо иметь в виду. Нет, конечно. Мы не только дизайнеры, мы вообще проектировали сначала его. То есть делали прототипы, потом дизайнер рисовал. Да, мы это показывали для примера. Ну вот давайте посмотрим. У нас с вами есть набор шаблонов. Опять же, мы постарались сделать несколько готовых шаблонов. Они могут быть... понятные, непонятные, подходящие, неподходящие, но что-нибудь за пример можно взять. Не знаю, чем мы занимаемся. Чем мы занимаемся? Мы одежду продаем. Значит, нам нужно что-то, одежда, да. что-то из серии бьюти взять. С одежды у нас тут нету. А вот девушка была какая-то там. Не, подожди, сейчас. Ну, возьмем вот. Там была девушка. СПА возьмем. На самом деле, не важно, как это, ну, в смысле, не важно, какой шаблон, ну, по большому счету, потому это пример, что все остальные настройки мы можем сделать.
У нас сейчас грузится превьюшка того, как будет выглядеть, собственно, наш шаблон. Но можно этого не дожидаться, можно просто выбрать цветовую гамму и, собственно говоря, создать. Ой, зря я выбрал желтую, у меня же красная. Черт, промахнулся. Да ладно, давай желтую. Ну, будет желтая, да. Ну, собственно, вот наш лендинг, по сути, готов. Мы тут видим всю анимацию и так далее. У меня тут тема спа. Ну, ладно. Зато симпатично. Ну да, красиво. Значит, собственно, лендинг готов. Теперь надо из него сделать лендинг наш. Да, поскольку спа не очень подходит к одежде и так далее, ну, наша задача сделать из этого что-то подходящее. Под платье. Так, ну да, вот давай. И, собственно, мы платье можем. Платье здесь... «Ночная жизнь» у нас есть. Как раз на него скидка. Ну, давай так назовем. Да. Ну вот мы будем. Да, давай, давай. Мы на него скидку ставим. Так, а теперь нам, наверное, нужно сделать так, чтобы картинка была другая. Мы можем загрузить картинку из, ну, просто с компьютера, можно вставить конкретный путь к конкретному файлу, но я не буду это делать, потому что даже на сайте сейчас картинка не очень подходящая под лендинг. То есть, естественно, нам нужно что-то более подходящее, и поэтому мы найдем здесь... что-нибудь. У нас подключена библиотека Unsplash. Вы можете смело использовать отсюда картинки. Ну, кстати, круто, я этого не видел еще. Да, вы можете взять отсюда что-нибудь. Это, наверное, в обновлении вышло, да? Нет, нет, это всегда было в... Ну, вот, значит, мы еще не дошли. Представим, что это платье «Ночная жизнь». Ну, да. Не знаю, как еще. Ну, где еще взять что-то похожее? Ну, собственно, вот так. А дальше наша задача собрать, собственно говоря, из дальнейших блоков что-то подходящее. Ну, вот этот блок нам, например, не нужен, его можно смело удалить. Сюда можно добавить какой-то блок. И у вас целый набор блоков, в том числе блоки интернет-магазина. Список товаров, товар конкретного каталога. В нашем случае у нас есть платье «Ночная жизнь». Ух ты, оно само угадалось. Персонализация. Собственно, мы можем сюда показать кусочек карточки товара. Можно указать конкретно, естественно, ID элемента. То есть это у меня для примера здесь показалось. Но в целом можем указать конкретный элемент, который нужно показать. Изменить там название на кнопках, если это нужно. И получить... собственно, то, что нам нужно для этого блока. То есть различные настройки дизайна, отступы, вот сейчас изображение. Это у нас что такое? А, это расположение процента, где располагать процент скидки, да. Ну, настройки этого блока. Скидка у меня почему-то не показывается. А, не показывается, потому что товар не выбрал. Ну и так далее. Мы можем сюда добавить еще какие-то действия, описания, вставлять текстовые блоки. Ну что у нас тут есть? Заголовки, колонки, тексты, тексты с картинками. Ну вот, например, можно такой блок добавить и что-нибудь написать вместо картинки телефона. Естественно, вставить сюда картинку с платьем, очередную какую-то найти. Сейчас еще посмотрим. Ну, кстати, пусть будет такая. И так далее. Не буду менять тексты. Их, как вы видите, менять очень просто. Мы просто выделяем и просто что-то вписываем на своем языке для того, чтобы это получилось. Собственно, все. Здесь у нас работает купить. Здесь у нас какие-то еще красивые блоки, которые нам помогут продать. Лишние блоки можно выкинуть, дополнительные добавить, нужна форма, можно сразу сделать форму и так далее. Все, что мы для сайта сделали, можем предпросмотреть, то есть можем открыть просмотр и посмотреть, как это будет выглядеть уже для наших с вами покупателей. Вот, собственно, наши картинки, платье, ну и так далее, и остальные блоки. Меню можно удалить. Добавить, то есть это уже мы сами решаем. Вот этот блок меню, например, на лендинге может быть и не нужен. А может быть нужен для навигации по самому лендингу, и это тоже легко настраивается.
Можем различные настройки для странички сделать. Эти настройки могут быть очень полезны для, например, предпросмотра в социальных сетях, если вы будете использовать эту ссылку, рекламное объявление и так далее. Здесь имеет смысл, опять же, взять какую-то другую картинку, которая будет наибольше подходить. Кстати, где у меня та самая картинка? Сейчас мы ее найдем. Она не должна была далеко убежать. Вот она. И она сюда лучше подойдет. Ну и так далее. Кстати, не нравится, что она... Мы же когда один раз шаблон сделали, вопрос просто задают. Мы когда сейчас вот с тобой один раз шаблон сделали, мы потом его можем использовать и на других, для других лендингов. Правильно? Сам шаблон? Да. Ну, нет, мы можем просто использовать любой другой шаблон для того, чтобы создать еще. Ну, а свой шаблон, например, сохранить мы можем? Ты знаешь, я не пробовал. По-моему, можно сохранить. Что еще здесь можно, сейчас дойдем, что еще здесь можно сделать по настройкам, вот цветовая палитра, кстати, да, мне, наверное, вот красная все-таки больше подойдет. Можно устанавливать фоны, представления, шаблон поменять, например, шаблоны могут быть вот такими, то есть состоящими из нескольких частей, колонок и так далее. Подключается аналитика, но про аналитику мы еще отдельно поговорим, это такой дополнительный вопрос. Разработчики могут добавлять свои коды для того, чтобы реализовывать какой-то свой Java, свои, накладывать сверху стили, добавлять какой-то HTML и так далее. И все это довольно гибко. Что еще? Метатеги. Если вам нужно добавить или изменить метатеги для этой странички, так они будут наследоваться от сайта, можно добавить сюда свои, подправить и посмотреть, как это будет выглядеть и так далее. Собственно, так. После того, как мы опубликуем, вот у меня сменилась цветовая схема, после того, как мы опубликуем, у нас появится вот такой адрес на моем сайте, на котором, собственно, этот лендинг размещен, и мы можем с ним работать. Единственное, что я так и не указал ID товара. А ты можешь мне сказать ID товара, платье, ночная жизнь? Даже у тебя есть? Так, ID, у него есть символик. Надо зайти внутрь. Код, да, админки у меня нету. У тебя нет админки? Я же тебе давал админ. Да, сейчас ты это заведешь. Конечно. Точно. Сейчас скажу тебе. Так, это у меня что? Это у меня предпросмотр. Это у меня публикация. Да, есть. Вот ID 9. 9. Так, чтобы с платьем уже было. Угу. Сейчас загрузится. Порядок цен шаблона, да, вот спрашивают, и возможность его повторно использовать в других доменах лендинга. Но цены шаблона, здесь шаблоны все бесплатные, то есть вообще этот инструмент абсолютно бесплатен, если у вас установлен Bittrex, обновлен до 18-й версии. Все, что вы здесь видите, все для вас бесплатно. Могут быть дополнительные шаблоны, которые разработают наши партнеры, и они могут их продавать в маркетплейсе дополнительно за деньги, да, пожалуйста. Корзина, да, корзина, естественно, будет основная, никакие дополнительные корзины делать не нужно. На поддоменах можно использовать. Это я тебе писал. Да, сейчас, только по на... Нет, админка только по надписи, обычно строят второй сайт в админке на сервере, а так админка одна или две. Админка одна, малый бизнес все поддерживает, и можно использовать на поддоменах, это будут доп-сайты, но мы сняли ограничения по доп-сайтам с 18-й версии. Просто если вы хотите использовать на поддоменах именно, а не как мы сейчас на внутренней папке, что-то не пойму, нужно проделать стандартную процедуру добавления еще одного сайта по многосайтовости. То есть добавляется сайт в административной панели и настраивается сервер. На сервере виртуальный хост настраивается. Вот и все. Создается поддомен. Так же, как и ну, это как стандартно, да. Если вы прямо на поддомене хотите, да. Как добавление еще одного сайта в вашу админку. А так админка у них будет общая, все будет общее. Конструктор тоже. Странно, у меня почему-то так и не заработал этот блок. А что там должно быть? Айдишник? Должна быть карточка товара, я указал айдишник, он почему-то так и не заработал. Ну, под девятым. Странно. А вот сейчас? Да нет, это редактирование. Ну-ка.
Навигационная цепочка, персональное меню, товар каталога, список товаров. Ну, давай посмотрим список товаров. Странно. Ну да, так вроде нормально. Что-то на моей установке, видать, с публикацией не то. А, нет, все нормально. Да странно. Удивительно. Может, опять там что-нибудь там, кэш какой-нибудь? Да, может быть, конечно. Может быть. Я могу зайти посмотреть. Зайди. Ну, собственно, вот. А, стоп, еще вот тут настройка каталога. Может быть, я что-то по каталогу не настроил. Может быть, из-за этого, собственно, да. Так, так, так. Здесь все цены на месте. Все на месте. Данные электронной торговли в Google, Яндекс отправляем. Может быть, из-за этого. Сейчас настройки каталога я забыл посмотреть. А, что еще? А, значит, лендинги мы с вами строим. А, создаем под карточки товара, под любые другие, собственно, потребности и объявления, которые вам нужны. Нет, не хочет работать. Что-то я делаю не так, не пойму что. Ну, да. Да, сейчас не будем разбираться, извиняюсь, времени уже мало, а нам хочется еще кое-что показать. Да, все можно подкрутить, любые домены, любые поддомены, никаких проблем в этом нет. Тут вообще уже скорее настройки никаких... по хостингу, нежели чем по инструменту. Да, никаких особенно ограничений. Вот как раньше делали, так и дополнительные сайты, поддомены. Те же самые веб-сайты, да, только они. Просто в данном случае не ограничены. Не какой-то отдельно разработанный сайт, а лендинг, который вы собрали на конструкторе. Что нам еще? Мы про аналитику хотели поговорить. Да, мы хотели. Последнее, сказать, наверное, что еще хочется поговорить сегодня, это про аналитику. Метрику. Про метрику, да. То есть у нас с вами есть такая штука, как Яндекс.Метрика, например, которой пользуются, наверное, большинство наших клиентов для того, чтобы снимать аналитику со своих сайтов, с магазинов и так далее. И мне кажется очень важным, собственно, то, что в метрике появились типы отчетов по электронной коммерции, которые помогают нам детальнее следить за тем, что происходит в интернет-магазине и за различными показателями, в том числе по товарам и по магазинам. Безусловно, вы можете смотреть на это с точки зрения просто отчетов магазина, но чаще всего метрика оказывается удобней, и почему бы это не использовать, тем более, что все возможности для этого, собственно, есть. Что нам нужно для того, чтобы подключить метрику к магазину? Во-первых, нужно установить сам код счетчика. То есть мы что делаем? Мы делаем сам счетчик. И вот у меня есть счетчик для моего магазина. Сейчас в него зайдем. Тут уже даже какие-то просмотры пошли. Сегодня популярный день у моего магазина. Ну да, да, там у тебя даже покупаются. Да. Почаще вебинары проводим. Да, 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 да. Собственно, вот аналитика по моему магазину, даже показатель отказов не очень большой. И если мы с вами пойдем в настройки и в счетчики, да, то вот здесь в дополнительных настройках, помимо основных самых настроек, есть такая галочка, вот, собственно, передача данных электронной конверсии. Передача данных электронной коммерции. Конверсии. Да, конверсии, сегодня заговариваюсь уже. Зачем это нужно? На самом деле, здесь мы оставляем все стандартно, ничего не меняем. DTLR, он так и есть, как и есть. Можно заглянуть в помощь, но на самом деле с Bittrex это не нужно, потому что Bittrex умеет все это дело передавать самое автоматически. Как только мы здесь это включили, в сам код счетчика добавилась вот такая вот строчка. То есть, если вы включите у себя передачу данных электронной коммерции, то обязательно замените код счетчика, обновить его нужно на сайте. Я надеюсь, все знают, как добавлять счетчик, или он уже добавлен. Ну, на всякий случай покажем. Если, ну да, если не знают, то просто да, то есть нам нужен, шаблон сайта. Нам нужен код. Здесь нужно скопировать код даже больше. Да, я знаю, я на всякий случай, чтобы видно было, что я делал. Угу. Дальше мы идем в настройки сайта, шаблоны сайтов.
Открываем, собственно говоря, наш основной шаблон. Вот он. И можем здесь добавить, ну вот я сейчас найду, вот это наш код шаблона. Вот она, собственно, метрика. Вот она начинается, вернее, заканчивается, вот начинается. Вот он выделен, блок кода метрики выделен вот такими комментариями. Ну, то есть все, что мне нужно сделать, это удалить этот и на это же место вставить новый. Ой-ой. Вот он. Я сохранять не буду, на всякий случай, чтобы ничего не поменялось. По сути, делается это так. После чего сохраняем, счетчик добавлен на все страницы сайта и работает, начинает работать. Естественно, ему потребуется какое-то время для накопления данных метрики, но с этого момента метрика начнет считать ваш сайт. А вот дальше нам с вами нужно заглянуть еще в настройки компонента каталога. Комплексного компонента каталога. Я надеюсь, что на ваших сайтах используется именно этот компонент каталога. Если нет, то имеет смысл это сделать или такую настройку перенести в ваш, если у вас кастомизация переделана. Сейчас я покажу, что за настройка и как она выглядит и что дает. Вот он, настройки компонента. Ну, либо разработчикам нужно будет дать все рекомендации Яндекса, как подключать. Да, и вот есть настройки аналитики. У нас есть такой блок «Включить отправку данных в электронную торговлю». Это, собственно, есть отправка в Яндекс. Вот тот самый имя контейнера, которое необходимо для Яндекса. И он тут совпадает, все по умолчанию настроен. Тут у нас есть свойство брендов, куда можно отправлять бренды, но это уже детали. Что у нас получается? Получается у нас следующее. Помимо стандартных отчетов и сводок, которые нам дает метрика, мы получаем еще один отчет, который так и называется отчет по электронной коммерции. Его сейчас у меня загрузится, и я покажу, что это такое. Вот она, электронная коммерция. И здесь у нас появляются через некоторое время, скорее всего, на следующий день. То есть, если не появился, это не значит, что вы неправильно сделали. Просто нужно время для накопления обработки. У меня появился на следующий день. И что мы здесь увидим? Мы увидим заказы, содержимое заказов, популярные категории, популярные товары, товары в корзине, название товаров и так далее. То есть, мы уже в метрике начнем видеть данные, которые происходят в нашем магазине. Давайте посмотрим на популярные товары, что у меня покажет метрика интересно. Учитывая, что у меня очень низкая посещаемость. О, у меня тут какая посещаемость сегодня большая. Ну и вот, собственно, понятно. Ночная жизнь, как обычно, полосатые штаны и так далее. Ну вот можно посмотреть полосатый рейс, можно посмотреть конкретные товары, визиты, просмотры, добавление в корзину, ну и покупки. Вот ни одной покупки почему-то нет, а сегодня ни одного заказа не оформлено с завершением заказа. Да? То есть они добавлены в корзину, но ни одного заказа мы сегодня не отгрузили, поэтому здесь пустота. Ну это как пример. То же самое, можно также выглядят и другие, не знаю, давайте заказы посмотрим. Очень удобно для тех, кто профессионально занимается аналитикой, для тех, кто вообще следит с помощью метрики за своими. Ну вот у нас заказы, да. Мы оформляли сегодня, да, но там нет оплаты, просто не поставлено. Оплата не поставлена, да. Но зато мы видим, откуда заходы, какие переходы произошли из поисковой системы. Вчера кто-то из поисковика перешел. Интересно. Интересно. Ну, в общем, вот так. Это, наверное, последняя тема на сегодня, которую мы хотели показать. Наверное, у нас есть несколько минут на то, чтобы поотвечать на те вопросы, которые мы не ответили. Давайте я запущу такую штуку, чтобы у нас было некое логическое завершение того, что сегодня было. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, мы с Антоном надеемся, что вебинар был полезен, вы нашли для себя что-то новое, сможете это применить для того, чтобы улучшить свои магазины. И сайты, ну, да, и вообще, возможно, ну, да, сделать что-то принципиально новое. Да, можно подытожить просто, что используйте метрику, все смотрите, все показатели, смотрите через админку конверсию, смотрите, если что-то меняете, делаете, тестируйте, АБ-тестирование проводите,
карточку свою приведите в порядок. Вот. Делайте лендинги на самые интересные какие-то товары. Ну, то есть со временем, может быть, вообще на все товары будут лендинги у вас, да? Для этого, в принципе, сейчас практически инструмент ничего, развивается, да, да. не Мы есть. много еще сделали Bittrex интересного. отменил лицензирование по сайтам, сейчас можно лендингов хоть 100 делать. Есть конструктор, который вы сделали, опять же, пожалуйста, бери, делай все. То есть можно даже не заказывать. Если есть контент-менеджер, который может это все сделать, наполнить, то больше ничего и не нужно. Вот, в принципе, Да, да. да. На этом, наверное, все. Не вижу вопросов дополнительных, которые... Можно, если что, на почту писать, задавать есть почту. Да, мы обязательно пришлем рассылку, наверное, с контактом. Или ты у нас отправляешь рассылку? Да, я отправлю тогда презентацию, да? Да, конечно. Презентацию, ссылку на видео. Ссылку на видео, презентация там, ничего ну, да, интересного. Презентация такая общая, да, больше ссылку на видео, где все подробно рассказывали, показывали. И если какие-то вопросы будут, можно будет просто задать напрямую. Да, на Антон, почту. Я думаю, ответит с радостью вам по вашим проектам, по вашим вопросам и проблемам. Да. Ну, тогда, наверное, спасибо вам еще раз за внимание. Присоединяйтесь к нам снова на следующих вебинарах. Сегодня был довольно активный, много вопросов, несмотря на то, да, что да. Тема такая любопытная. Угу. Все, Антон, тебе тоже спасибо. Да, всем пока. Не за что. Хорошего дня. Да, спасибо, и до что новых пришли. Встреч. Всем пока.